Назад. Что ты делаешь? Рабы! Да блин, ты что ты... Все нормально, тихо. Человек играл уже в эту игру. Ты на ВЦГ ездил еще при этом. Знаешь, я бы сказал тебе, наругаться на АГГ нельзя. Я играл за другую расу, в другую игру. Газ добавляй. Добавляй газ, не доби... Да, у меня же быстрее ездит, нет? Нет? А в первом StarCraft быстрее рабочий ездит, да? Ну, если тыкаешь... Вот все так. Равно так же. Оп-оп-оп-оп-оп. Что, пойдем посмотрим. Бараки пронумерованы, марики строятся. Где supply? Supply есть, хорошо. Переводи сразу всех рабов на золото, что ты тормозишь. Всех берешь, переводишь. Точку сбора с обоих ЦЦ в другое место. На мейн. И золото тоже на мейн. Построим ему бункер на третьей базе. Зачем? Там газ, там эти уже линги будут сейчас. Недостаточно виспена? Ну а ты, конечно, одним рабочим добываешь. Давай, подожди, Миш. Короче, мариков сначала. Давай риперов сделай там с 5 бараков. С 5? С 5. Недостаточно виспена. Недостаточно виспена. О, есть. Улучшение. StarCraft 2 это когда в чате майкера 200 человек. Забаньте кто-нибудь этого Кардлейна. Тролль. Ну бас. Пару бараков добавь. Риппер файл настроить надо. И просто в атаку. Просто в атаку. Я страт не знаю вообще, но кажется, уже пора. Серьезно? Да. У меня нет ни одного риппера. Уже один есть, берешь? Какой контроль! Да беги уже, у тебя ресурс копится. Заказывай, два сапплая делаю, у тебя сапплай блок. Что делать 30 ЦЦ? Здесь еще пару газилок втыкай, еще ЦЦ наверху сделай где-нибудь. Да ладно, не наверху, внизу. Сделай хотя бы выход там фейковый, ну покажи, что ты как бы не просто сидишь. Второй сапплай еще. Я же Маша, в риперов. Ну мазь, где они вообще у тебя? Вот это подстава. Ну короче. Брюс последний раз играл в StarCraft. В первый. Нет, во второй, но... Это подстава. Я считаю... Короче, сделай что-нибудь. На проход. Риперов. Так. А у меня же... Где газ? Почему рабочие стоят? Ох ты, сука. Ой, нехороший человек. Зачем ты все вместе с бараками вырываешь? Да хорошие же бараки ставят. Ты пойдешь в атаку или нет? Пойду, конечно. Когда? Он сам ко мне пойдет. Да он уже не пойдет. Почему? Да, он... Он все видел. Он ничего не видел. Ну, сделай факту тогда, я не знаю. Что... Зачем ну, мне факта? Сходи хоть в атаку, как разок. Сидишь и сидишь, сидишь и сидишь. Вперед! И в третьей базе. А сам в это время ставь ЦЦ и выходи на третью базу. Потому что он тебя примет. Скирали. Нет. Все. Смотри, у него база доделывается. Нет, на золото вниз. На золото вниз. Где? Да вот он сюда? Здесь, скорее всего, да. Ну как он с одной этой базой? Вот, пожалуйста, мыч. Давай, 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 контроль там! Контроль! Че ты от собаки-то убегаешь? Бомбу можешь кидать? Не знаю как. А как? Да ладно, через атаку просто, не контроль даже, даже не контроль, брось. Все, теперь... Ой, давай, 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 давай. Да заказывайся, что у тебя ресурсы-то копятся, что ты делаешь? За минералы заходи, за минералы заходи. ФРСТ. Бомбочки, может, кинешь. Как? На какую? Д, оказывается. Одна бомба такая. Блин, стимпака нету. Да, конечно, косарь на руках, стимпака нету. Да ты, у тебя, блин, короче, нет, трать ресурсы, трать ресурсы. Это уже ГГ. Возвращайся, у него на убивал полтора десятка рабочих. И что это? Две газилки ставь, грейды делай, ставь Старфор, делай медеваки. Это старые тактики, так уже не играют. Играют. Мулов кидай, базу ставь.
пару вышек сделай. Мулов на золото не кидай никогда. Они теперь без бонуса носят. А где у меня золото? И здесь, и там, везде, короче. Вот, ты мне самое главное... Стимпак, фугас, конечно, это очевидно просто. Блин, ну газа теперь по твоей стратегии вообще нет. Но если ты его на золоте не будешь добывать, его и не будет, в общем-то. По одному рабочему это маловато, все-таки, понимаешь сам. Слышишь, учитель? Ну, 4 это перебор. Там 3. 3. Написано 4. Где? На золоте нижний. Кому ты веришь, братан? Ну, начинается! Это, блин, но... Ну, давай как сделай, старпорт сделай. У меня с тобой... У тебя какая-то... Нету экономики, мужик, нету. Деньги есть, экономики нет, отлично вообще. Ты понимаешь, что где-то косяк вообще? И это не во мне. Ну, конечно, ты не виноват. Туда выйди хотя бы, ну. Хоть отдашься. Нет, там... Из грейдов, из стимпака и медоваков. Роуча. Что против роуча мародеров надо сделать. Да. Правильно. А здесь? Пристройка, молодец. Молодец, молодец. Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка. Еще ЦЦ, еще ЦЦ. Да вот, уже все нормально. Туреточка там, туреточка тут. Пробусти грейды. Да мы не будем сегодня с туретками играть, это для слабаков. Окей. Чего пробустить? Грейды пробусти. Как мы... А как это можно? Ну вот, доделался один уже, видишь? Армори нужен для грейда дальше. В курсе? Сейчас будет. Ну, можно подождать, в общем-то, 2-2 не делать. И хорошо, подождем. Отличная страта. Блин, да где армия? Пронумеруй бараки. Заказываем. Зачем? Мародеров. Дело медевака. Медеваки, 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 давай, медеваки. А здесь уже, наверное... Можно, можно. Тут... Переводи на планетарочку, да, большую, с пушкой строй. Пушка. Пушку я знаю. Такой ниндзя. Все. Так, что делать? Медоваки где? Грейды второй на атаку, второй на армор. У тебя тайминги, ты не чувствуешь тайминги еще. Я вообще не умею играть в шарпе. Тихо. Это мне нужно что-то, допустим. Может, медовак под армором подойдет. Да, так. Нет, это надо тоже. Минки же еще строят. Да. Ну и контролить нужно, понимаешь? Как бы. Зачем? Ну, закапывать, выкапывать. И это я справлюсь. Ой, ребятушки. Тебе вообще ничего не может подсказывать, ты все знаешь. Не-не-не-не-не, ладно, говори. Ну, выход сделай, дропчик какой-нибудь замути. Начинается. Не стоит. Я ж... У меня небольшие проблемы. У меня не так. Мне нужно тут что-то сделать? Не-не, тебе вообще ничего не нужно. Грейды забей. На технику, тем более. Встреча, пейлинги, сплит! Сплит сейчас будет... Где стимпак-то? Где стимпак? Будешь из Кьёперс, короче... А вот что это за что? Что это? Так, разоритель. Так ты еще можешь выиграть. Чего? У него осталась фигня. Ты одной планетаркой отбиваешься. Да? Конечно. Закажи только Марик хотя бы. Во-во, пошел процесс. В смысле? Смотри, они как стреляют. Ну, они сплэшем стреляют, да. Ну, вот ты отбился. Поздравляю. Отбился бы. Ну, если бы руки не опустил. Да. Но ты сказал, что все, нет? Нет. Не говорил? Не говорил. Ну, ребята, стреляйте! Не так сложно! Вот два мародера не взял, все понятно. И отбилась планетарка, смотри, какое дно играет против тебя. Не сливай только ему, пожалуйста. Только мародеров сейчас главным образом заказывай. Мародер, у тебя точка сбора на барак, 5 мародеров стоит, улыбается вообще. Блин, еще маны не хватает. Ну да, это не Warcraft. Не надо так, блин.
Тебе чек не мешает на столе? Мешает. А тебе? Короче, давай, переживи этот момент. Сейчас будет нападать. Ты сплитишься, хитом дранишь, может даже подергать его. Давай. Ну куда ты? Он такое дно, просто дно. Он бегает под тобой и отдается тебе. На, нет, выигрывай нет. меня, пожалуйста. Это я контролю. У него другого выбора нету. Сделай сразу ЦЦ слева. ВТФ. Да иди ты нафиг! Лакин, да криворукий ты просто. Давай, стимпак, посплитил. Под крепу взял, он отдался. Да нет. Чему ГГ? Вытанрис. Да. Да. Не расслабляйся. Два медивака, дропчик. Давай, один на мейн, другой на золото влево. Давай, тык-тык-тык-тык-тык. Даже три дропчика. Сможешь три дропчика сделать? У меня нет денег вообще ни да на что. Да у тебя все есть уже, дропы есть, армия есть. Что ты дропнуть не хочешь ему? Во-первых, нужно играть честно, в лоб. Понятно. Бля. Тихо. Смотри, сколько. Luck killing me. Да. Ну сейчас хороший момент, пока реведжеры еще не надо их покусить. Просто пока сражаются, пока их нет. Кондрань. А теперь можно потихонечку сваливать. Вот так уже, да, уже как бы можно. Так, давай 3-3. Шатни его. Один медевак на мейн, другой медевак, куда хочешь. И отбиваешься. Маны ни на одном нету. А, давай поменяем тогда. Еще да, забей, есть буст? Забей. Буст есть. Еще один, чтобы не скучно было. Можешь и так, да. Ну, чтобы он тебя в лоб мог убить, если что. Правильно. Подожди, нет, в лоб не надо. Не палишься. Ну, слава богу. Просыпайся. Дропчик. Побежал основной армии. Побежал основной армии центральную базу убивать. Давай, побежал. Вот сейчас как раз расплитится. Здесь по это самое, да, потяни. Можно сюда, да. Вот это основное? Нет, центральный вот это. Ха, тут даже ничего нету, просто бомж. Ну, он неудачник. Давай, в центре только... Ой-ой-ой-ой, сплетанись, сейчас вот эти вот красные точки, они прилетят и убьют. Держись, тяни время, тяни, медоваки есть. Вали, короче, убьют. Вот подкрепу берешь и обратно. Давай, стимпак уже на подкрепу, уже бежишь. Отлично, все, на развороте. Давай, не лагай. Бешеная микро, бешеная. Давай, контроль. Разводи. Пока лак, ты помнишь, да, пока лак можно помикрить еще специально. Вот от этих штук надо уворачиваться. Да заказ, точку сбора меняешь. Сюда сразу. И побежал дальше. Да, свети его. Блин, это первая игра Брюса не только в Лотве, но и одна из первых в Хотсе. То есть он пропустил года 3, наверное. А Палькс это что-то помнит. И сразу на аккаунте в Мастер-лиге. Правда, как противник какой-то гнарь, но ладно. Это нормально. Мне нужна новая база. Согласен. Под кайф. Забей. Ты все равно выиграешь. Просто через атаку, даже не контроль, это вредно сейчас. Просто смотри, как умирают псы. Напиши, да, ГГ. Нет, на английском лучше. Я скажу, что это не я играл, но... Не ругайся, лох. Что за что? Заходит еще одна база. Нет. А, нет, ну все, это просто... Просто не очень. Это победа. А, Noob Slayer. Он думал тебя с таким никнеймом убить. You wins. Cause of luck. Конечно. На мейн давай сразу, нет у него маски. No other fucking reason. I am... Your reason. Простимпачься, reason. Слушай, у меня что-то... А мана что так? Забей на ману. Гидру сейчас расконтролишь и все. Гега, напиши. Все, отлично. You have no one to do. Юту! Победа!
Давай, Петюля. Да, отлично. Для первой нормально? Нет. Возврат к игре или статистика матча? Ну, что хочешь, можешь там подобивать здание ему. Ну, поприветствуй зрителей наших. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Бодисон Джигид Андреевич. И мы учимся у Майкера играть в StarCraft. Смотри, он тебе еще что-то пишет. Кто, где? I beat you in the first fight. That was all was needed. Then the luck killed me. Can't make a goodness. You fucking... Такой наивный, а? Слушай, а сколько он наиграл, посмотри. Это же человек там из Москвы. Да, пошел он. Поехали, это самое. Эффективность, посмотри. А, ладно. Да, в компанию пойдем? Ну, за вечерок, я думаю, да, выполним. Совместная сетевая ипотека. У кого что? StarCraft игротека. Игорь Андреевич, ипотека. Давай сетевую игру, давай. Только Протос. Вот за Протоса я могу тебе посоветовать что-то толковое. Еще более толковое, чем в прошлой игре. Варик, блядь. Че там, пацаны? Что он не шарит, Агель, по поводу Варика. Кто такой Агель? Я не знаю. Так, Брюс. Брюс, ОМГ. ОМГ. Мишка, он не так добр, как ты. Давай. Я ни разу не видел, как Брюс Варик играет. А он не играет Варик. Протос. Протос против Зерга. Че делаем? Рабы сами разъезжаются, уже подарок. Новых юнитов хочешь посмотреть? Да. Ну давай как-то надежно. Меня раньше этого не убили. Куда, где база? Справа вниз. Нет, база карманная вообще. Пилон здесь ставь на рампе. А на какую букву? Е? Так, окей. Рабочего заказал. Сделай Nexus 17. 17? Это я могу. Быстрее работают. А что такое? Ничего. А, бусты сами на одно здание. Их механики подняли. С одного Nexus один буст. И ты его определяешь, куда тебе нужно. Угу. Ну, как уже пора, наверное. Механики да. Тупых действий не было. Да это умное было. Ну, такое более-менее умное действие. Это выбор этого, куда. А вот повторять это действие много раз, это другое. Гейт. Газ. Гейт мы как-то по-хитрому ставим? Ну, чтобы... Нет, не по-хитрому. Вот так? Да, вот так. Где его база? Где его нижний угол? Где карманчик полез? Ну, там он есть. Газ сразу. Один? Рабочего заказать сейчас. А потом второй угол ставит сразу. После гейта сразу кибернетка. И адепта заказываешь. Адепта знаешь? Нет. Корсар? Ривер. О, Ривер. Адепт. Не знаю. Пилончик поставь. В минералах именно поставь пилончик. Да, вот за минералами. Это для этого. Охраны. Да. Сколько лет ему? Без понятия. 31. 31. Кибернетку и второй гейт еще поставь на всякий случай. Закрывать? Не полностью точно. Пилон надо будет второй здесь тоже на угле поставить. Газ собирает второй точкой сбора меня на экспанд, заказывай рабочего и на экспанде тоже. Не переводи ничего. А, так не делают больше. Так а смысл, если у тебя не оптимальное количество рабочего? И что строить? Дождись этого и адепты на H. Они собак убивают. Сделай, например, роботикс, если хочешь надежно сыграть. А где я его буду? Роботикс, ну, на мэй не можешь сделать. Как так угодно. Можешь сделать совет H, да. H. Это я делаю? Или да, это уже да, не да, надо? Да, нужно, конечно. Рабочий нон-стоп. Ты не учили тебя рабочих заказывать вообще в первом StarCraft? В первом я умел. Вот здесь то же самое, в общем-то. Слушай, придется... Роботикс и еще пилон. Давай, роботикс. Давайте сразу сумречный совет и пилон. В сумречном совете и на адептов апгрейд 40% скорости атаки, прикинь. 40? 40. Не поставишь. Ну нет места, тут нету. Пали его.
Заказывай рабочих, не тормози, третий газ лепи, здесь еще один пилон внутри. Тише, Борду, тише, да, тише, что ты раскричался-то? Не успеваешь, не успеваешь, давай еще одного адепта, еще одного адепта. Адепта можешь уже идти вперед. F, зачем? Это F, F нажимай и вперед иди. F? Сразу он иллюзию посылает. F, да. Все, она полетела. Рабочих, да, заказывайте, рабочих, это самое. Сумеречный совет заказал, да. Еще два гейта нужно, еще четвертый газ, еще фаржу нужно сделать. Фаржу, грейд на атаку. Двух рабочих на вторую газилку. Два гейта еще добавь потихонечку. У меня еще газилка, ой. Давай. Все, теперь смотри за адептом. Посылай его, смотри, третья база у него есть или нет. А где третья, здесь? База, вот она, смотри. Че жать? Рабочего увидишь и жми на него. Раз, два. Алло, правда? Раз, два. И уходи сразу же на эту. Им. Не оставляй там адепта, слышишь? Да, он не нужен больше. Как не нужен? Там... Рабочих делай, на третью базу выходи. Делай апса. Апса делай. Блин, да? Как? Апса делай. Выходи на третью базу. Я не... Адепта возьми, F2 и Ctrl, да. F2 это вся армия выделяется. Так, выходишь на третью, через пилоны. Мазеркор, кстати, что не заказал? А ты не говорил? Обязательно Мазеркор. Первым юнитом после того, как достроится кибернет. Открываешь, здесь делаешь грейд на адептов. Открываешь гейты, пилоны ставишь здесь на третьей базе. Смотришь, что он делает апсон. Лейер, не лейер, гидра, не гидра, роучи, реведжеры. А зачем ты сделал второй сумеречный совет, такой вопрос? У меня один, не волнуйся. Отлично, грейд тогда на атаку фаржи. Давай, давай, где может? Давай, давай. Как у меня? Еще два гейта надо их заказать. Точку сбора сразу на третью базу. Скоро в отдельную группу пронумеруй, в третью, например, она у тебя свободно должна быть. Еще пару пилонов. Лучше вместо фотонок ставь пилоны. Одна фотонка окей, а вот пилонов больше, прямо на входе их по-хорошему надо ставить. Почему? Ну, там на рампу, там вход, удобно защищать. Рабочий, 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 апсом, смотри внимательно, что он делает. Грэнс. Он у меня был номер три! Так, роучи видим, да? Да. Роучи, роучи, роучи. Ну, давай Immortal добавляй. По старинке, что ли? Да, да. Они хороши сейчас, у них щит по-другому работает. Immortal на Ай. Блин, что так медленно-то? Слушай, мужик, я... Давай, давай, что? Рабочий, рабочий, рабочий заказал. На мейн к нему прилетай, посмотри, что шпиль, не шпиль. Вот шпиль меня интересует. Газилочка, открывай гейты. Смотри, апса убивают. Что я сделаю? Открывай гейты. Там роучи, давай, от роучи. Ну, что мы делаем? Давай, кого? Сталкер и морталы. Варпы рядом с вот как раз вот с этой, с пилонами, вокруг которых зеленая штука. Какая разница? Быстро варпуется. На четвертый выходи. Блинк сделай. Да, и морталов. И морталов еще одного пса можно сделать. Но вот узнать бы, что он делает там дальше. Просветки нету? Просветки у протасов пока нет. Ну давай, тинь-тинь-тинь-тинь. А четвертый это где? Ну, лучше камни пробить слева. F2. Что такое F2? Вся Так, Immortal еще. Варпы, там пару сентрей, сталкеры. Можно сделать какой-нибудь фейковый выход и рекольнуться назад. Ой, мутка, вот этого я боялся. А ты не бойся. Два старгейта, корона домой, старгейты в разных местах. Старгейты. Блинк с... Я отбиваюсь. Блин, плюс надо было на блинк. Корол, главное, не потеряй сейчас. Пилон и чардж. Где, блин? Умерла. Да, ее быстро убивают. Так, рабочих доделывай, на мейне восстанавливай, там эти кору восстанавливаешь этими под фотонку. Терпим. Старгиты делай и фениксов матч делай. 104-ю базу все равно заказывай рабочих, восстанавливай добычу с газом, еще пару пилонов сделать. Старгейт. Сталкерами отбиваешься. А, нашел. Давай, старгейты в новую группу, нумеруй. Здесь сразу пилон, фотонка. Так, что делать?
залетает он. Блин, а как? Я ж поставил здесь, нет? Сюда лучше не надо. Больше пилонов нужно построить. Да. Сейчас торги доделываются, нужно Феникса, а не на Икса заказывается. А чё такие бэдмэнеры-то, ребята? Мы старкрафтеры, мы вежливые. Мы не дотеры. Давай сделай с фениксов XX. XX под бустами. Точка сбора куда-нибудь в нужное место. И рабочих останавливать. Сейчас нужно как-то пытаться экономику, блин. Переводи с мейна рабочих сюда. Ты зачем? Да потому что там заканчиваются минеральные поля. И точка сбора уже на четвертую базу. Еще феникс, да заказ как будет бабло. Тут по один пилон еще добавится, а то как-то они... Да, такая. Вот. Давай, чувак. Ну че, давай поиграем. Так, ладно. Сюда бы... Давай призму сделай, сделай ему дропчик. Как по старинке. Да. Фениксов. Здесь точка сбора фениксом на фениксом. Фениксы, подводи сюда. Зачем? Я не буду их палить. Хорошо. Сейчас чуть-чуть скопится. Я не могу да ничего послать, чтобы сразу убить ему базу. Как ты сука? Этими. Нет, не фениксами. Адептами надо. Возвращай армии. Эти должны отбивать мутку, которая прибежит. Здесь, да, надо было вокруг этой. Адептов на H вызывай, они хорошо бьют собак. Раз, два, три, четыре. Здесь тоже пытаешься раз, два, три, четыре. Уводи рабочих. Уводи рабочих. Фениксами здесь отбиваешься, не отбиваешься, как, да? Как? F. Ну, фениксами, у тебя фениксов 4 да штуки. Да пофиг, должен... феникс. Да не будет он достреливать, понимаешь? F надо было делать. Так, ладно, там отбился, восстанавливайся. Призма прилетела. Да, вот такие вот они зверги. Не, на лучше направо, сюда, да. Сюда разворачивайся сразу и варли. Так, может, я не продавлю в лоб сейчас? Нет, не продаешь. Жалко. Фениксов заказывай, рабочие, ок. Пронумеровать новый Nexus. Здесь, да, сделай выход, ладно, сделай выход. Еще фениксы сделай. Иди уже, ладно, бог с ним. Думаешь, перед смертью не... Да, это не факт, что ситуация будет лучше в ближайшие пару минут. Смотри, призма у тебя прилетела. Понятно? Так. Ну, лови, пытайся. Он готов. Вот, принять. Был. Да. О, давай мутку. Он отдается фениксами за ним. Фениксами. Этими вниз. Ты фениксами его, как бы, просто контроль. Этими вниз. Там все сбежали собаки, адептов вызывай. Вызывай за эй, фениксов новых берешь и контролишь мутку. Мутку контролишь. Те у тебя идут в атаку, хорошо. Еще фениксов заказывай. Гидра. Под... Да, молодец. Там люра, правда. Тебе опс там нужен. Ё-моё. Посмотри, не развалилась ли у тебя армия основная? Чего бы. Люра тут. Он, по-моему, не успел. Да, он не успевает. Но он, с другой стороны, отконтролил в другом месте. Хорошо. Есть шансы. Когда ты убиваешь ему ту базу, восстанавливаешь опять рабов, миллион. Там собаки грызут на базе третьей. Тут гидра выходит, отдается. Да, переводи рабочих. Так, иди а сразу. Где еще база есть? Налево через камни сразу. Вот сюда вот. Заходишь. Прям за рабочим идешь. Так, тут. Тут не справишься. Отступай. Собаки отдались на базе. Да, собирай адептов, собирай всю лабуду. Фениксами можешь полетать, посмотреть, где у него есть базы. Ой, I чувак. Да пошел он. Согласен. Так, переводи. Так, еще. Я не... да, короче, давай эту темпларную сделай. ВТР. О, и настроим этих, да, наконец-то. Газ у тебя скапливается. Или дарков, лучше дарков. Давай, дарков. Домой оба, что? Да у него просто нет этих спор. У него на базе он не делает такую хрень.
берешь детектор с собой. Сейчас немножко в дефенсе, чуть-чуть. Фениксами летаешь, оверлорда разбиваешь, смотришь, куда тебе дарков отправиться. Да, мы их сейчас строим? Базу. Что еще раз? Этих еще строим или забиваем? Нет, я думаю, забей просто. У него гидра сейчас будет. Так, 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 так. На всякий случай. Ой, побежал, побежал. Ну да, давай сюда армию основную. Да, у него ситуация, сейчас главное отбейся. Он сейчас нападать будет, а... Давай, он чардж у этого. Не надо. Как делается? F на пилон. F на пилон. А, на пилон? Угу. Ну, что-то не потребуется. Жди дарков, варпай дарков и в разные места отправляй. Отбиваешься при помощи дарков. Короче, сюда дарка, туда дарка, на мейн одного и в армию парочку. И все. И профит будет. Этих-то будем делать? Не, пока не надо. Тут две газелки поставь пока. Тык-тык-тык-тык-тык. Газ-газ. Газ. И варпы и дарков. Уже все, уже можно. Варпы. Сразу отправляй одного туда, этого сюда. На мейн пусть, да, развлекает. Остальные варп. И все, и в атаку идешь. Такой, здравствуйте. А что так у меня? И привлекай внимание. Привлекай, иди, не бойся, иди. Он сейчас пока там туда-сюда, там спорки. Ни черта не видно. Не подходи на люров, не подходи всеми назад. Ё-моё. Видишь, что дарки делают, животворящие? Понимаешь? Ну, скилл. Вот. И тут, и там, и как бы беда везде. Да, тут подпуш. Варп и эту базу еще. Тык-тык-тык. Главное, люру это самое. Не лезь, мяса много. Убиваешь хату. А, все, окей, назад. Версир, и назад. Не сражайся, ты развалишься здесь. Даже с этими сталкерами развалишься. Блин, и назад. Там дарки-то у тебя живы, под контролем сейчас. Еще под варп. Где они? Ну, в разных местах где. Не здесь, на базах. Имеется в виду. Вот один, вот второй, вот третий. Клево же вообще. Главное сейчас не умри. Мне кажется, вот этот не нужно. Да, люркер убивает. Так, короче, давай имморталов еще. Архонов, одного хотя бы архона слей. Пси все-таки сделать надо, наверное. Подштампуй этих адептов и гейтов добавь еще. Адепты, я опять забываю, кто это. H. А что так бараки долго? В смысле долго? Там, как раньше, просто думаешь? Мало у тебя на 4 базы, 6 бараков, это как бы не очень. А, вот сейчас у меня тут еще. Так, да, вот еще одна база. Еще надо одну базу сделать. О, Росбрейн задонатил 10 косарей. С днем рождения, бро. 10к. Нормально, спасибо. Спасибо, Росбрейн. Чмоки тебе, сердечки. От всех. На стене чатике. Разбежусь. Ссылку пришли. Аж. Так, ну давай. Ты уже все сам делаешь, как бы. Мне пора уже успокоиться. Не, брат, вам надо. Что с этими? Мы пси заказали? Пси должен был заказать, не заказал, пропусти его. Так, еще одну базу. Нексусы слева, там две точки есть. Раз. Сразу с газом можно было, кстати, один запилить. Еще психов. Раз, два, три. Тык. Ну, и чего делать? Открываешься. Грейв третий на атаку. Кто-нибудь сюда? Я бы с удовольствием. Мне придется зелков штампануть, наверное. Они бесполезны теперь, да. Юнит? Адепты круче. То же самое, только ренджовые. Газелки. Главное, ставь еще газелки. Тебе сейчас на газе можно быть. Он движется, он центральную базу занимает. Ой, слушай, что-то. Чувак, у тебя что, печаль? Да. Пси как будет готов, можно куда-нибудь сходить. Но... А может мне сталкеров замасить сейчас? Не надо? Может, нет, на самом деле забивай лимит, чем что есть, но по-хорошему, конечно, надо будет либо колоссов, либо шаров, но шаров мы с тобой не осилим в этой игре. Разворачивайся, сразу зелки, одного дарка сюда, и одновременно с этим иди в атаку по центру, у тебя сейчас пси как раз должен доделаться. Иди аккуратненько, чтобы не нарваться на это самое. Гидру штормишь, смотришь... Давай, иди.
Смотри только внимательно, чтобы там... Они в одну не это самое. Давай, давай, пси, хорош, еще пси. Пси еще, ну что ж ты делаешь, пси. Еще нормально, пси. Нормально, тихо, 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 тихо. Подварп сделаем, нам... ой, какой шторм, ой, какой шторм. Ой, больно. Ой, как. Подварп на мейн, подварп какой, сюда, тебе сюда нельзя, здесь назад, мой... ну что ты, ай. Назад, 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 еще под штормы, есть у тебя еще пси? Ну ладно, убиваешь просто. На мейне, видишь, он отбился, скотина. Ой, да это разве... А, не отбился. Давай тогда его, давай, золото убиваешь, справа золото убиваешь. На базу налево переводишь рабов сразу на газ. Ой. Сталкер, не трожь своего. Чего сделать? Рабочих сюда, тык-тык-тык на газ, тык-тык-тык на газ. Ну, экономика, понимаешь, это стратегия, у тебя еще три феникса висит. Я просто не знаю, откуда сейчас взять. Армию основную убивают в центре. Здесь адептов в первую очередь надо было делать. Идешь сейчас налево. Одного дарка пускаешь, у него, скорее всего, центральная база под... вот справа есть. Пронумеровал точку сбора, простроил, молодец. Тут как бы фигня. Справишься с таким количеством собак. На мейне дай приказ, там через атаку тупо пошли на соседнюю базу. Ха-ха, never played so bad in my life, oh my god. Ну, сори, что я тебе могу сказать? Игра Бенч, года три не играл в StarCraft, наверное. Во второй. Это Master League, скорее всего. Я пошел. I'm such... Зачем они такие грубые? Грубые? Грубияны. Я же их не обижаю. Чатик, привет. Фу. Покажи эффективность. А что такое эффективность? Мы заработали достижение. Давай почитаем. Брюс, забирай, забивай работу. Это Брюс? Это Брюс. Майкер, как ты в лице переменился? Майкер, пацаны, сейчас. Здесь 4. Не, все очень тяжело, Брюс. Где Миша, Брюс? Будут стримы? Блин, как хорошо все это рисовали. У нас есть друзья? Нифига себе. Артем Горовцов. Это тот самый? О, кстати. Анаркидорф? Да. Знакомый ник. Да. Сайфер, нифига себе. Можно прямо сейчас Сайфер написать? Кас. Это тот самый Кас из М19. Из М19. Он сейчас как? Нормально? Голос вообще другой. Но ругается так же. Так, Майкер. Ты похорошел, видишь. Подними раксов с колен. Ну, это видишь, это в баньке, ты меня отпалил. Че, а ты опять? Да, ну... Ну, короче, сейчас ты знаешь вообще все, что нужно делать сам. Нет, давай не сам. Ну, давай сам. Какую-то имбу. Адепты, давай. Короче, это требует просто тупо исполнения того, что я говорю. И будет вин. Значит, берешь рабочего сейчас, идешь на рампу, ставишь сверху пилон. Запоминай. Давай пилон, 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 да тайминг. Нет, тут самое главное. Нет, тайминг. Тут самое главное быть рабочего вежливым. Закажи. Так, барак идешь ставить уже. Иди ставить барак. Ой, ты что-то на контроль, что ли? Да-да-да, на старт будет такой. Дикий. Вот видишь, затыкал с пилоном 3 секунды, и все, до свидания. Ставь барак, ставь газ сразу. Газ ставишь, ставишь газ, газ ставишь. Ну что, он дорогой такой? 75 всегда был таким. Просто рабочего зря заказал, но... Почему? Сначала газ, а потом рабочего еще. Нельзя. Да-да-да. И еще один пилон. Давай, ставь где-нибудь, где угодно. Идешь на разведку. Иди на разведку. Вот этот, не нужный. Не сюда. Правда, справа. Да тут везде могут быть. Газ начинаешь добывать. Кибернетку начинаешь ставить. Кибернетку начинаешь ставить. Как я могу? А там? Здесь, окей, да, забей. Мы будем застраиваться на разведку. Быстрее, быстрее, ну быстрее, чё, быстрее. Мы же не слабые игроки. И еще одного рабочего на разведку вынужден. Закажи. Почему? Сделка одного. Закажи сделка. А, потому что не успеем найти, надо будет сейчас идти. А, нашли, все, забей.
Везение? Точка сбора, ли? Давай сюда. А он справа сюда. Наверху вообще находится. И давай сейчас. Второй газ. Этого рабочего наверх. Не потеряй его ни в коем случае. Готовься делать кору сразу, после того, как кибернет, когда делается. И готовься заказывать адепта. Не хватит она на то. Хватит. Адепт 25 стоит. Давай. Кора раз, М. Точку сбора коры в другое место. Туда же. Тык. И адепта тоже сюда. Потихонечку газ. Мы сейчас уже на нычку выходим. То есть многоходовочка, чувствуешь? Как бы идет. А, сначала Nexus нет, или? Нет, Nexus пока не надо, пусть он стоит, ты будешь ждать. Пилон тогда? Да, пилон, да. Смотри, где у него база. Одна, и на карманную иди. Вниз. Вот сюда, проверяешь. Еще одного адепта заказываешь, буст на адепта. Буст. А рабочий, это делаем? Рабочий, да, сделай. Рабочий. Нету базы. Забей, все равно застраиваем. Берешь, ставишь пилон под рампой. Быстро. Вот так? Нет, ниже. Вот так? Здесь, вот, да, давай. И второй пилон там же. Ну, где? Да, здесь. И адепты, еще один пилон, зелком рабочих лучше было мочить, адептов надо было через F побыстрее, чтобы, да, F, адепты. И давай на F, на пилоны, раз, два, заряжай, раз, давай, F, хоткеем, пользуемся хоткеем, адепты контроль, давай, на ближний пилон, F, давай, на ближний пилон, F. Ну на пилон ближний F, на вот это да вот. Да уже сделали. Ты только на один сделал, там можно вообще было сразу два. Ставишь базу, да, заказываешь адептов постоянно. Заказываешь рабов, с экономикой не слакаешь. Здесь еще один гейт, еще один газ, тратишь минералы, которые у тебя почему-то скопились. Доконтроливаешь, возвращаешься. Гору не отдаешь, назад! Точку сбора меняешь, потому что сейчас придет этот самый. Собаки к тебе побежали. Собаки побежали к тебе. Точку сбора адептов, и этого через атаку посылаешь, F. Они пробегают мимо. Точку сбора адептов меняешь, сам при этом сюда. Да. Еще гейт, форжу. Так, а здесь заряжаешь еще раз кору не надо! Нет! Убиваешь Квину и тупо забиваешь, короче, отдаешься здесь, отдаешься там, кору не сделала этот. Оверчардж, на базе отбиваешься. Кору восстанавливаешь прямо сейчас кору. Во втором бараке делаешь адептов. Здесь фаржу делаешь какую-нибудь стенку. И ставишь точку сбора, поменяешь, чтобы не отдаваться. Давай, фаржа, еще один гейт. Давай, успеваешь. Сейчас к тебе прибежит 20 собак. И что мне с ними делать? Адептами как-то в угол зажмись. Точку сбора. Нет, не сюда, вниз. Гейту скорее куда-нибудь, вот сюда, вот за стеночку, да, вот так. Так. Выстроился туда-сюда, кору сразу приводишь сюда. Они бегут. Собаки бегут, их много, они с мувом. Вот они прибежали уже, смотри. Сюда кору, быстро, на F, на пилон. Пилон, кора, где? F, блин, кора где? Твоя? Да вот она! Да она уже прилетела, внизу, блин, ждет, F. Да кто знал. Как тяжело старкрафтеров тренировать. Все, отбился, нормально. Рабочих заказываешь, выходишь потихонечку на третью базу и дальше по накатам. Вот, но если бы ты там кору не отдал... Прикинь, ты на рампе стоишь и стреляешь, он ничего не может сделать. Третьей базы у него нет, у тебя экспанд сделался, отлично все. Но... Но лошара, че. Бывает, я так и стою делать. Ну, нормально какие-то юниты. Вот бы раньше были такие. Ну, прикинь, с двух ударов рабочего. Халява жизнь, какая-то. Че, пойти третью проверить? Она есть, и ты с ней ничего не сделаешь. А, хотя нет, сходи, чего. С этой или без? Без. Просто сходи, F туда, тыкай сразу. В любую точку, которую хочешь идти адептами, тыкай F. F и точка. И повторяй это. Нет, один раз хватит. Через 8 секунд повторишь действие. Газ. Сумеречник давай, роботик давай, что-нибудь такое. А третий газ, нет? Да, ну на третий 7 минералов просто нет. А так-то можно было бы. Еще разок, как надо было кинуть. Заходи на третью, там адепты у тебя пришли уже. Давай, не надо, забей, тебе нужно к рабочим. F на мейн, роучеву. О, не. А как? Все, забей. Жди. F и клик. Только отмени, потому что они телепортируются. Escape нажми на адепта. Escape! Боюсь, медь. Ну все, прощайся с адептом. А я сейчас... F назад, быстро! Ты не пробьешь это! Твою...
косарь на руках. Ну где вообще менеджмент? Где Nexus? Давай, гипер. Что, короче? Строим что? Nexus строим, сталкеров заказываем, сумречный совет делаем, роботик сделаем, вторую форжу, пилоны. Вали отсюда просто, не трогай эти камни. Почему? Сейчас, потому что тебе придут. Как придут, так и как гребут. Тихо, блин. Ты это самое? Пилон, газ. Давай, экономику, третью базу аккуратненько. Он медленный, пипец. Третью базу только сейчас заказывает. Сталкер потихонечку подвар против роучей. В роботиксе в одном сделаешь, соответственно, нумеруешь их как надо. Убьешь оверлорда, естественно. Еще, да, новый бин. Да сюда тебя убивают на входе. Да куда там убивать? Не надо вообще сражаться с ним. Не надо. Что это тлен? Все зря. Ну, ткорой можно как бы летать. Ей это пофиг. Она в отдельном бинде должна постоянно. Просто через атаку. Пум-пум-пум-пум. Готовишься защищать Nexus, тебе для этого нужно еще сталкера, еще заказать двух иммортал, заказать сюда рабочих. Оверчардж отлично. Видишь, как важно пилон заказывать. А если бы было два, было бы круче. Да не было бы. Круче быть не может. Подождите, ты что такое? Там сражение, кстати. Давай. Сумречный совет, давай блинк сделай. Сделай там так, сделай сяк, сделай этих дарков, потому что что-то заходит против этих бобров. Пронумеровал Nexus, естественно, в отдельную группу. Точку сбора им 29 рабочих. Тебя на экспанде берешь половину сразу рабочих с этой базы переводишь. Учитывая количество минералов, сразу идешь на левый Nexus, ставишь четвертую базу, потому что как бы ресурсы копятся, ты с этим сделать ничего не можешь. Это не лево, это право, но забей, как ты ездишь, непонятно. Подожди, у меня мало бараков, давай построим. Естественно, мало бараков. У тебя 200 минералов, сколько бараков ты сейчас построишь? Много. Два, окей. Так, давай в призму кого-нибудь. О, кого? Призму. Адептов лучше призму. Давай. Ребята, да. Если вы думаете, что как бы это просто, человек 3 года не играл в StarCraft 2. Да куда же? У тебя там атака на новую базу, мутка. То есть сюда нужно F, сюда нужно сталкер. С F, где там кора у нас? Я здесь, среди. Короче, что-то с ней плохо. Кора нет? Он ее убил, видимо. Видимо, да. Вот. Давай как-то потихонечку. Да, сейф рабов, заказывай еще сталкеров, открывай там гейты, которые сейчас должны достраиваться потихонечку. Я здесь. Эх, да, давай сюда, кому-нибудь дропни. Даркшайн был там у тебя заказан, нет? Ну да, вот он. Угу. Да, открывай, варпы сталкеров, останавливай кору, а потомочки там, потомочки здесь. Вон тебе какой. Здесь не надо, здесь ты через атаку этих трех собак убиваешь. Это не три. Так, ну... Что тут, кора восстанавливаете себя? Практически. Отлично. Тебя сейчас адептом его всю базу убьет, отлично. Давай, развернись и там двух адептов сделай. Хотя забей, там тебя скажет, всех просто убивает. Ничего страшного, мутка это вообще халява. Первое поражение, но забей. Не расстраивайся, главное. Пиши ему, что он не очень убивает. Я здесь. Блин, тебе реально зашло, но только в этот раз. Ты че, что он буржуй? А мне не нужно, чтобы он меня понимал, как выйти. Фу. Показать тебе, как надо? Да, давай, мне нужен. Да. Открой, пожалуйста, дверь на балкон. И там окно надо закрыть, чтобы катан не выпрыгнул. Так, а что это за сезон 1? Слушай, а с кем ты играл вообще? Не знаю. А, там сезон новый начался. Ой, может быть, там была и не мастер-лига. Да не, там что-то строили, контролили люди. Да не, лохи. Я согласен, но все равно даже они контролят и строят что-то. Привет, у вас... А что я такой непомещающийся? Фу, блин, такая напряженная игра. Так, платина и алмаз, говорили. Ну, все равно неплохо. О, из ГС Тим, Лаган. Сам? Сам Лаган. Рено Лаган.
Ну, если хочешь, обратись к Евгении, да, потому что тут круглосуточных не так много. Вообще они ужин готовят, между прочим. Ну так, могут не понять тебя с твоим заказом. Но ты не будешь ничего, да, это самое, палить, какие-то страты. Подожди, ты можешь? Сейчас, я просто тебе могу... Зачем ты принтер включил? Всем добрый вечер. Поздравляю вас с днем рождения сайта. Спасибо, что заходите. Спасибо, что с нами так долго. Вот. А, уже еду подрезал. Капец. Ну вот как его отпускать-то вообще? Я вспотел. Я уже понял по коврику, что ты как бы реально парился тут. Тебя будет слышно плохо. Старайся не двигаться, потому что тут звук отходит. Какая раса? Зерк. Сейчас ты будешь вот эту тактику исполнять. Что ты намусорил-то на ковре, как свинья просто. Ну что это такое? А ты что такой дерзкий? Ну потому что я играю. Видишь, какой он слоупок. Он в три хата играет. Понимаешь? До пула? До пула. Причем три хаты, газ и пул. Такой вот он чемпион. Нет! Показалось. Я почему-то думал, что... Может, он просто медленный? Ладно, тогда валим. Хватит дух. Окей. Проверяем третью. Подбустим адептом. Ну, он, видишь, что творят. Пилон будет стоять? Да, думаю, да. Все равно как бы мне пилон нужен. Сейчас мы его... Да, пробка-то... Блин, ты под руку говоришь вообще. Блин, а где там кора-то? Слушай, я зря потерял опять. Где кора? Энергии? Да. А, сделали по 50! У-ху! Вот это косяк! Что близы наделали? Они мне всю жизнь испортили, а? Всю жизнь! Где мои халявные оверчарджи? Что это такое? Как будто стримы палили, реально. Я их ненавижу. Я, кстати, уже Nexus был. Да, косяк. Надо написать товарищам из близов, типа, что такое, в общем. Ну, это и просто так не делают, как бы, хоть бы написали мне, что, типа, Михаил, так и так. Да, что-то в StarCraft как бы не так-то просто. Я что-то на игре гнал. Оказывается, тут да. Фиксят имбу. Ничего не сделать. Это было нормально. В смысле, что ты даже не застал, что было? Я подозреваю. Если бы я тогда нажал два раза F, было бы ГГ. Но ты думал, что я слабенький, а на самом деле это близы. Близы не очень. Уже давно, не то.
Ну, ок. Так, надо главное узнать. Главное, не наступи на грабли, помню, потом подлетит. Да-да-да, я к муте как раз и готовлюсь. Это моя любимая тема. К муте готовится. Ты видишь? И ведь не убить. Сюрприз? Не достанешь, да? Да, я хочу с сентрями с другой стороны. Вдруг пропрет. Ну да, почти. Да все равно хватит. О, смотри, уже пошел тыкать. Ну, ребята, сентри. Нет! Понятно. Ну все, это ГГшечка. Все это, ребят, это все, это ГГ, это все, это ничего не сделать. Сейчас еще что-то точно прибежит. А почему не оверчарж накинул? Тебе вартурен? Да он делается. Не, не делается. Да твою ж медь, что такое вообще? Ты представляешь? Подожди, вот отпусти ситуацию. Отпустите. Отпусти ситуацию, и все наладится. Просто не контролит, да? Во-первых, он думает, что ты с ним играешь. А ты убери руки и на пианино. Что-то не нравится мне твой план. Пошли одну пробку посмотрим. Да я, в принципе, знаю, что там все плохо. Дети есть, да? Я уже увижу, как бы еще больше расстроюсь. Так у меня есть шанс, что как бы все не так плохо, якобы. Все плохо, да. Но все очень плохо. Но вопрос, насколько. Сейчас фениксами что-то. Но это не будет сюрприз, вот в чем дело. А уже. Удивиться все равно такой. Ну может, конечно. Может он только и умеет, что собак посылать, как бы к тебе, а так-то особо не шарит. Да, такой чисто. С трех хачей строит. Так. Грубо, конечно. Уже да. А раньше нормально звучало, ничего страшного не было. Ой-ой-ой-ой-ой! Блин, муты слишком много! Ну что делать? Ё-моё. Пилонов мало, фотонка всего одна. Так, ладно, это чушь. А вот это не чушь. Ты-ты-ты! Звонить рабочих. А что они сделают вообще, эти рабочие? Не расстраивайся, поднимай краску. Я здесь. И в этот момент на воле. Тебя просто смогут. А если было две фотонки, ты бы говно отбился. Да-да. А, нет! Короче, давай лучше ты будешь играть. Давай посмотрим нормальную тему. Все, ГГ. Да, я еще разок сыграю. Так, ребята, ничего не было вообще. Это как бы аура Брюса. Он тут насорил на коврике, заляпал мышку. Это не мое. И ты при я этом... чистый. Господи, я был в мастере. Что, куда ты мне... А, ну, не надо было проигрывать, что я тебе могу сказать. Голум поддержал, но, к сожалению, озвучка была выключена, потому что автостарт. Сейчас попробуем... озвучить. Понерфили адептов и пилофотон. Сплошные новости плохие, а? Ну, ребята, так вот и уже не хочется. Все, готово. А, привет, сегодня юбилейный 500, и я попаду в алмаз. А помнишь, как все начиналось между мной и тобой? Кажется, что между первым Ешелнет Пас прошла целая вечность, но на самом деле мы с тобой всего месяц за месяц стали близки. Если бы у меня было кольцо, я бы доверил тебе его тебе, понимаешь? Это да, это... Да? Это Голум, You Shall Not Pass, Гэндальф. Слава богу. Да. Какой StarCraft бухать надо? Good game за здоровый образ жизни. Да, это говорит... Не, ну это-то конечно. Это никто не отменял. Опять он. А, слушай, давай, знаешь, как... А сейчас без ошибок на развитие. Так. Короче.
Какие есть варианты сейчас против Яндекса? Масса вариантов. Как угодно вообще. И так, и сяк. Катаешь его по-любому. Главное, чтобы собаки не пробегали в рабов, а так все вообще. ГЛХП еще издевается. Да послушай, надо как-то его... Ну, разберемся. Можно спокойно сыграть от разведки. Там, выползти на экспанд, туда-сюда. Не забыть сделать грейд на гейты. В принципе, можно. Не то, что не забыть, а даже сделать. Очень хорошо. Гейт, газ, Нексус. Слишком сложно. О, прикольно, давай туда-сюда. До сюда, этого был еще на косаре. Донат на косарь. И от Росбрейна еще на 10 каблей надо перечитать. Ну, Росбрейн-то читали, в общем-то. А вот косарь не прочитали. А как найти? Так не делают? Брюс начал тыкать пальцем в монитор. Дитя гаджетов. Это не так работает. Так уже везде подключено. У тебя просто старый монитор LG, видишь? На АОКе бы сработало. Второй монитор АОК, я боюсь, что начну сейчас тыкать во второй монитор просто. Верю. Блин, что-то тебе с разведкой не везет. Ну, бывает. Ну ты не относись к этому, вот что это. Серьезно, да? Это високосный глаз. От обратного тогда надо. Хочешь идти влево, значит иди вправо. Из-за этого я еще тогда сражался. А если бы я Nexus не там поставил, я бы смог отбить? Да, вполне возможно. Ну ты, по крайней мере, мог рабочих перевести на базу, которую... Ну, до которой в нужную сторону идти. Блин, уже нычка. Яй-яй-яй-яй, ребятушки! Что же делать? Блин, а это русский чувак, что ли, тебя снабилит? Конечно. О, муфу делает, смотри, по фасту еще. А, так он знал, что ты будешь. Конечно, после знал. Того, как я, так... Они все так и умеют только выигрывать. Только так, только так вообще. Ты не представляешь, что фуфа у нас бывает. И там такие просто заговоры коалиции. Яндекс еще пишет. А не Яндекс. Ну, я сейчас мувчик пойдет. Ой, такие стратегии, несколько садов. Он собак контролит, видишь? Ну как контролит? Отводит, потом дохнет. Отводит, потом дохнет. Ты мог тоже нажать на красного? Да мог, но это же я. Правильно, сиди. Так, ладно, значит он видел, что там будет Старгейт. Там был Старгейт в прошлый раз. Да, Фениксов он тоже не заметил, да, в прошлый раз? Которые его роучи поднимали. Он... Человек недалекий, да? Да, он просто слушает, что ты говоришь. Если ты сейчас говоришь, что... Он не очень. Фениксов. Он соглашается с этим, да? Ну, начинает спорки там. Ну, я тогда в Дарков с Фениксами пойду. Как бы беспроигрышный вариант. Дарки с Фениксами, только никому не говорите. Окей. 15 фотонок поставь. Ну, ладно, давай тогда сыграем как-то более действительно надежно. Разведочку сделаем. Да. А есть какая-то? Нету. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Блин! Ай-ай-ай-ай-ай! Эфка. Блин, мужик, я вот помню, там четкость нужна. Ну, в плане, чтобы собаки не пробегали. Да, нужно просто ставить на рамке нужно. А центрю уже не делают? Можно центрю делать. Человек. Кто-то смониторил, прокрутил вперед, сказали, дроп собак дальше будет. Говорят, это повтор, ты выиграл. Ну я буду стараться тогда, чем. Да блин, ты такой назойливый, капец. Просто. Грязный игрок. Очень. Ну просто неприятно с таким играть. Бе-бе, вот. Нормально люди строят, рабов развиваются. Нет, блин, не надо. Смотри, точку сбора не может поменять, блин. Все оверлорды сейчас. Веди сюда, Шайн. Я здесь, среди теней. Блин,
Он реально, кстати, мог с двух баз это делать. То есть, как бы... Так он в прошлый раз, у него третий-то там не особо ему давало. Так, ну давай, роботикс тогда. На третий потихонечку. Почему нет? Вот достраивается. Нет. Вот раз и два. Нет, это не то, что нужно. Давай выйдем тогда к нему. Я просто привык, что с двух баз минимум 6 бараков. Я вот эти новые тренды. Это не новые тренды, это кривые руки. Так, зачем я делаю... Ну, неважно. Ты, кстати, офигеешь, если забудешь про Дуар, насколько сложная игра. Да я смотрю стримы, помню, как бы периодически. Там ребята, да. Причем там от первого лица периодически показывают. Может вообще сейчас забить и пойти к нему, а хотя блинка нет. Ой, ну какой ты красавчик! Какой ты чемпион, смотри, блин, какая новая тактика. Он решил тебя удивить новым юнитом. Надо сходить реально к нему, раз он такой отдавашкин. Слушай, раз нету раучей, я тебе отвечаю, кто прилетит. Ха, это да, давай-ка я лучше... Фотоночку бы еще запилить. Ой-ой-ой, Игорь Андреевич подставил меня. А, не, ничего страшного. Странно. Тогда у нее есть третья база, да? Да точно есть. Это уже как бы... Бабости, да? Ну, да, не очень хорош. Воу-воу-воу-воу. Блин. Розовые... Ой, вот сейчас я накосячил, да. Вот сейчас признаю, вот да. Нет, подожди. Просто сделай много войск и отбейся. Угу. И контроль все-таки. Контроль как бог. Ой, у тебя чуваки сгруппировались. Хорош, хорош. Давай! Все получится. Ну я-то отобьюсь, но зачем так жить? Ну потому что вот точностный перед. Услышал сразу про муту. Отменил муту, построил, блин, непонятно ее. Мы с тремя гейтами сложновато. Отбиваться. Говорил, что есть лучше. Там прирост просто дает, прирост. Да. Есть такая тема. Это девочка? 15 лет? Давайте, унижайте меня. Мне же этого так не хватает. А, кибернетки нет? Это Рено Логан. А почему я не могу? А, потому что у меня кибернетка, в смысле кора все еще... Все еще. Я здесь, среди теней. О, же гидра поперла. Прикинь. Блинки нужно использовать. Блинки, да. Блинки помогает. Ой, ну это грязный прием. Там рабочая. Блин, а где гиты реально? Почему мне не хватает гитов? Тут очень сложная игра, StarCraft. Любой, кажется. Все, уже деньги заканчиваются. Все. ГГ, а, пишем, подожди. Выходим. Нет, спроси. Давай разберемся. Логан. Рено Логан, это женское имя, действительно. Прочитай, на тебя этот парень обидится. Там. Откуда ты знаешь? Ты этот парень? Лол! Классно, да? Ванхаус, да? Ванхаус, да. Можем, кстати, узнать, где он живет. И узнать, что он ржет вообще. А и почему, какая связь у него с этой 15-летней девочкой? Откуда он знает? И седьмую вызвалишь? Я вчера вышел из седьмой. Ой. Логан Имба создал аккаунт Логан Имба. Отлично. Так, да. Что этот? Посмотреть целиком. 3000 тебе дали, надо сказать. Не-не-не, это не сегодня. Сегодня? Почему Good Game так медленно загружается? С днем рождения, очень ждем ФФА. Может, да ну этот StarCraft, ФФАшечку катнем? ФФА во что? Warcraft. Так и здесь ФФА можно. Нет? Тут героев нет, скучно. Не, давай ты в StarCraft еще катни. Но я не хочу один на один, давай хотя бы 2 на 2.
У тебя компьютер, не компьютер, он StarCraft не тянет. Он тянет. 12 FPS? Надо было скачать просто. Сыграй пока хочешь, сыграй в FP. Ты это недолго все равно. Угу. Партиечка, полтора часика. Давай. Полтора? Надо было скачать. Короче, я могу играть, а ты можешь комментировать. Вот давай. Это будет хорошая связка. Давай. Так, ребята. Только давай будем играть. По твоим стратам? Да, по моим стратам. Потому что ты, во-первых, строишь юнитов, которые ты разбираешься. Давай, вот тебе вот микрофон. Да. Такие звуки. Ух ты, ты сам не знаешь, да, как его... Как им пользоваться? Ой-ой-ой, блин. Я хочу его наверх. Ну, не получится тебе. Почему? Его так наверх. А если... Окей. Надо его только вот так вот. Ну, короче, забей. Забей. Ладно, давай. И говори забили. Приблизительно. Приблизительно говори, вот сюда вот. И все. А ты мне можешь дать вторую мышку, чтобы я в чатик смотрел? Вторая мышка. Ну, монитора два. Ну, господи. Так, значит... Где вообще Warcraft? Давай, скачай StarCraft еще параллельно. Что там 100 метров качать? Я скатаю против кого-то этих наших. Укатаю там, кто в чатике еще, у кого есть первый StarCraft. Но это потом. Да. 100 метров у тебя быстро скачается? Нет. О, тебя начали показывать, смотри, на камере. Так что нос вот так. Так, хорошо. О, так, только не FIFA тогда. Тогда я тебе скажу, что делать. Давай сыграем за хуманов. Там случайные расы. Хорошо. Случайные герои. Где? FIFA? Блин, FIFA, ты же сказал полтора часа. Ну да. Ну ладно. Че, они у нас есть. Сейчас я... Ты хочешь поесть? Не очень. Хорошо. Там приготовили уже, что ли? Да, еда. А, ребят, у нас перерыв. Прощаемся, все, с концами. Не, почему? Ну, там же ждут. Они же готовили ужин, понимаешь? И игру еще не создали люди. Так что, как бы, никому это не нужно, фактически. Просто забей. Пойдем общаться с... Нет. Нет? Нет! Ты не можешь... Ты можешь просто, пойди просто перекуси и возвращайся. Я здесь тебя покараулю, пока скачаю первый старик. Ты туда-обратно пообщайся с чуваками, буквально 5-10 минут туда-сюда, и все нормально. Зачем тебе первый старик? И это, я знаю, что там делать, я хотя бы точно помню. Там юниты, которых я знаю. Они, конечно, не все со мной согласны, но я точно знаю, что, например, вот... Хотя уже не знаю, что есть точно. Может, там тоже все поменялось. Первый — это самое добро. Это то же самое, как вот ты Warcraft запускаешь. Представляешь, я могу запустить Brood War. Я в него играл. Ладно, запускай, год, короче, надолго. Два, он пять. Быстрее установится, чем вы слушаете. Вот. А ты уже покушал, что ли? А я поел. Ну, не торопись. Как это выключается? Вы хотите или нет? Здравствуйте, дорогие друзья, замашние домишки, в его день рождения. Слабенький игрок, да? Поесть он решил. Ничего не будет. Так. Без.ру. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Брюс.
он же Игорь Андреевич. Ну, и кто хочет сыграть на денежку? Уже практически. Так, как мне вернуть чатик, 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 чатик. Ребята, играю иногда. Иногда играю. Но больше смотрю. Здрасте, Игорь Андреевич. Майкер. Да есть же. Так, папку Майкера не полезь. Я вообще не знаю, тут много папок. Не буду никуда. Сними экран, разделен на чат и камеру под ФФА. Первый иска. Так, 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 сыграть на литр. О, на литр водки я не могу играть. У Майкера такие правила, в которых нет слова водка. Так, народ. Так, а что Майкером? Майкер, качай ББ, катни, покажи класс. Вы слышали, там много папок, если вы понимаете, о чем. Так, StarCraft, он почти... Так, ребят, в чатике, вот сколько у вас? Есть у кого-то установленный StarCraft? Дуэлечку. Дуэлечку кто-то готов на ИСИКАПе сейчас? ИСИКАП, дуэль. Экстракту. Бай. Так, допустим, рабочий стол. Так, что еще нужен? Лаунчер, по-моему. Скачать, скачать. Только Warcraft, только! Рокс Дота не тащит, да вообще слив бабло. Помни, по-любому готов. Я к багажнику не готов. Вызывай помидор на дуэль. Я не знаю, он может спит. Как тебе тренировать лол-состав? Такое себе удовольствие. Не, лол вообще... Лоллеры как персонали гораздо интересней и развитей, чем представители других дисциплин. Ну, кроме Старкрафтера. Старкрафтеры, Варкрафтеры, я понимаю, это высшая раса. Так, теперь нужно за... Ну, почти, почти. Можно пока... Про Майкера историю. Таких про Майкера историю. Блин, он пока его нету, можно было бы, конечно, затроить таких историй. Но ведь тогда получается, что он должен будет забанить того человека, который расскажет эти истории. Хотя он делает это. Мы же под его ником стримим. Пусть себя и банит. Погнали. Лаунчер. ICCAP. Экзе. Почему Static не тру? Кто же знает? Static это тяжело. Dota это интересней людям, потому что проще. Тяжело, понимаете, вот играть так люди не готовы. Так. Как тебе найти? Пьем? Пьем, пьем, пьем. Рабочий стол, загрузки, а сейчас. Диск. Главное ни в какую папку не попасть. ICCAP есть? Нет. О, есть ICCAP. Лаунчер. Настройки. Путь к StarCraft, блин, как...
О. Старик. Так. Старик. Старик. Ну что, Лошью, готовьтесь, папа идет. Мишкер, блин. Да ладно вам, зачем вам смотреть? Михалыч, ты какую-то настройку включил? Мишкер? Мишкер? Мишкер! Оповещение системы. Разрешить. Сейчас, подождите, он что-то поменял. Profile Overwatch. Нет. Чат. Изменение сцены. Миша! Миша! Ну просто ты как-то сделал, теперь под... Не работает. Миш, ну просто скажи, куда жать. Смотри, темный экран. А? Что ты сделал? Что? Ну все. Что? Ну все это, все. Понимаешь, все. Нет, нет, они сказали, что нужно что-то сделать. Что... Ты больше их слушай. Ты ОБС сломал. Что такое ОБС? Open Broadcaster Software, блин. Как я сломал-то? Ну не захватывает игру уже. Перезагружайся, все. Куда жать? Че ты хочешь? Блин, я хочу... У меня, смотри, вот тут вот Старик. В окне запусти его. В окне? Его нельзя. А можно, а нужно. Серьезно? Да, ни, по-другому никак. Маленький? Очень маленький Старик. В маленьком экране? Да, 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 контролить будешь. То есть это я должен выйти? А где у тебя отображается? Вот. Оконный режим. Ничего себе, давай. Так. Ну, растяни там как-то, можно наверняка. Оп. Стоп. Так. Влево уходи. Так, теперь... Да, оп. А, здесь право... Ай... Нет, ну, говори. Мы справимся. Угу. Значит, правой кнопкой сюда добавляешь новый источник, окно. Ладно, делай. Правой мышкой тыкаешь. Куда? Правой кнопкой сюда, да. Добавить. Окно. Окно. Okay. Выбираешь StarCraft Brood War, он есть. Окей. Нажал. Окей. Теперь изменение сцены. Слева, справа. Ну, как бы справа, для себя слева. Таскаешь, тащишь его за угол. Оп, хорош! Все? Продакшн попер. Я в курице. А, ты в курице. Ой. Очень много наиграно. Так, ну что, есть кто на дуэлечку? Хай. Это отличный вариант. Что вообще? Тут живо, нет? 2 на 2 гоу. Ну вот где? Есть сильные игроки? Сильные игроки есть? Эни плюс опс. Да ладно, эльф, я буду эльфом. Так. Ну что такое? Плюс опс. Перу. Отлично, обожаю перу. Хай. Йо. Рейс. За какую расу катнуть? Быстро! За какую расу? Ладно, давай.
давайте будем терны. Возьмем самую слабую расу. Или давай зергов. Давайте, рябка. Вот первая победа. Первая победа над перуанским лохом. Короче, practice. Как сложно тут, как все сложно. Ты лагаешь. Звуки игры потише. Сейчас разберемся. В игре, по-моему, это делается просто. Давай, 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 к станку. Report for duty. Right away, sir. Yes, 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 sir. А где это делается? Все поменялось. Это же обрезанная версия, какая музыка. Звук. Миша! А если без звука? Вот так лучше? Вот так лучше? Ну давайте без звука тогда. Фиг с ним. Кому нужен звук? Что мы там не знаем? Что да как? Not enough minerals. Нет, не так, вот так. Оп. Блин, ребят, я в каком так не играю. В игру, которую давно не играю. Так, где? Так, мы играем против Протоса из Румынии, Романия. 2007 год, да, погнали. Карта Fighting Spirit. Самая сложная карта. Ну как сложная? Нет ничего сложного. Пум-пум-пум. Погнали, просто вспомним, как это было. Просто вспомним. Давай, 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 давай. Михалыч, там что-то со звуком. Если у тебя есть возможность, я его отключил. Говорят очень громко, но не в игре. Я поэтому его вообще убрал. Пока. А? Раз, два, три. Раз, 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 раз. Не, имеется в виду, что когда я включаю звук, то из игры, то он становится очень громкий. А, ребята, повторите, пожалуйста, Мишкеров, в чем там проблема-то у вас была? У меня это все ровно было. Именно игра была громко. А-а-а. Ну, ты можешь альтабнуться? Тихо. И тыкните вот сюда вот. Куда? Сюда вот. Оп, давай. Да? И включай звук в игре. Так, лучше? Да, да.
Спасибо, Миша. Верни обратно микрофон. Короче, мы на файтинге. Играем против Протоса. Мы тираны. У нас есть вторая база. У парня не знаю. Такие слова Фокер. Говорит, звук моно. Уже 100 раз пофиксил. У кого-то моно. Не моно. Все уже нормально. Говорит, слева ухарет. Доктор Дрейк, ну ты серьезно, ну ты медленный, реально медленный. Микрофон громкий. Микрофон громкий. Короче, поговори с ними. Хорошо, да, да, давай. Supply. Ну вот же он. Воу, 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 воу. А не хакер ли ты? Не шучу, что-то. Что так много-то? У меня первый танк. А у него там так много всего. Идут, 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 идут. Чиним! Хорош! Да. Тряпка. На чем-то гуна поддалась. Не, там если зажимается, туда нельзя было подходить. Клоун. Все, можешь ливать, блин. Да, на самом деле не может. Я бы тоже не ливал. Так где? О. Давай же сделаем просветку. Нет мочи вслепую играть. А? Нет, тут без молов. Прикольно было бы, пусть добавят. Нет, что-то нечетко. Не, консерв, я, к сожалению, первую игру не видел. Первую игру я пропустил. Это первая. Тогда что-то путает консерв. Это гимнные рабочие, вообще класс. Да, надо разговаривать, подбодрять их. Что это за халява? Это значит, что у него не все так хорошо, как ты думаешь. Блин, Дарки нет? Дарки. Точно Дарки. Ставь, ставь инженерку, быстро. Молот не кидай, энергию не трать. Третья база готова. Факторочек давай. Да, еще рабочих разводить по минералам, это капец, конечно. Туреточка там с должна инженерка расставить. Где она? Может, он турок с винками? Покататься? Комбинировать? Дело говоришь, братан. Вот это да, вот это тема. Ну хорошо пока идет, что рабочие строятся.
Ой-ой. Неадекватно. Чувак, ты неадекват. Может, еще спрятал, нет? Где прячется вражеский вездолет? Это из репортажа с братком. Это нарвский, помнишь, снимали? Да. Недавно тему подняли, нашли эту запись. Мы там учили реакцию сервисного. Да, ох уж эти репортажи. Стыд. Да и только. А, я знал! Да. Ты под выход сделаешься. Не-не-не, там можно... Генерал за это. Сейчас. О, ты знаешь, что если кликать на самого, то он будет ставить прям вокруг? Почему не через вокруг? Слушай, у меня пинг. Не уверен вообще в себе. Ну, уедь. Ну, холд, холд, ребята, холд, холд. Стоим просто, улыбаемся. Все нормально. Подходит, подходит, на минах отдается. А, ну бас. Нормально, а здесь я специально так сделал. Смотри, подходит, подходит, подходит. Давай, давай, удачи, удачи, удачи. А мы к нему тогда. Поехали. Да, давай, раскладывайся, поехал. Главное, терминируй там хорошо. Давай, давай, давай. О, выделил. И под базу сразу. Забей, его там все равно нет. А, туда а я... Не, я ему закрою обратный проход. Обратный проход ты закроешь, человек. Ну, чтоб... Куда ему? Пусть дома сидит. Если он решил, что это его главная база, так, так пусть и... Танком мог прикрыть такой. Хорошо выходит. Ты встретился сейчас, товарищ. Эх, встретился. Давайте. Ты чё, валенок? Оооо, фотоночка, всё по-грамотному. Знал, что я приеду сюда с всей толпой. И что теперь, и кэдеры, небось, какие-то прокси, да? Нет. Ой, дарки, 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 я чувствовал вас. А почему он не возвращается? Спроси его. Нет, только не этот! Можно сказать, что я поучаствовал в этом. Вон он идет, идет, идет. А, все. Будет выходить. Вон он, ну, давай. Раз. А, он Зилл-то ждал, чтобы разминировать. Сучок, еще думает. Ну, это так, Асни. Не сильно его поможет. Разминируй, да. Да, да. Рокский с Брюс. Сейчас. Ну все, ребят, я... Мне нечего сказать. Тут вы все видите сами. Как нужно играть. Так, ну что, есть кто-то, кто один на один на деньги? Только не Поми. На деньги. На деньги с Поми. Тос против... Во! Тос против Терана. А я кем? Хай. Ну смотри, повторяем успех. Закономерный.
Господи, боже мой, это же Майкер с Брюсом. Пойду открою бутылку. Хай. Ай, это я. Ну, ладно. А, Крит мне говорит, что я плохо играю. Это вот Терн, который молодой, да? Ну, молодой, неопытный еще. Много лишнего говорит. Так, Good Pops. Ну вот, что мы... Кстати, а может, а на Маке идет Warcraft? Кажется, он под MacOS был третий. То есть там можно было поиграть в него. Слушай, кто в Старике вот не решили эту проблему с поиском противников. Нужно вот это вот сидеть тут. Чок, Протасом? О, начинается. Уже боятся. Так, один, давай. Кто против меня? Гуд. Давай, я гуд. 2 на 2, что ли, или что? Нет, это типа Сапсон. Ну, давайте. Слушай, странно, что из 900 человек чатика нету ни одного, кто мог бы скачать StarCraft и сыграть. Скачать могут все. А вот пробок развести это... Звоните Андроиду. О, Андроид... Еще и на старых картах. Ну... Ну... 2 плюс 1? Какое? 2 плюс 1 равно... 3. О! C минус. Хай. О, это Андроид. Я же узнал. Инка, это его никнейм. Да. Офигеть. Погнали. Тю-тю-юм. Ой. А как ты разводишь-то пробку? Слышишь, что ты на ближнем... Я ж на все попал. А, нет, косяк. Ой. Это тот самый Рэд, который... Ну... I'm Брюс. I killed Рэд. А, да, на высоке же вы да. Да. Ты его... Ну, конечно, я. Отлично. Ну, а, такая... потом стрелок был, да? Потная каточка, да. Потная каточка была. Ты когда-то хорошо играл в StarCraft. А, это, ты знаешь, тоже, что ну, такое скажи, хорошо? Да, не, они как бы... Люди слабо играли тогда. В то... Блин, я против какой расы ты? Этого? Я ж не против Зерга. Ты придется... Блин, вот... Это ты про Рета сказал. Ты про Рета сказал, и я подумал, что это Зерг. А он Теран. Ладно, давай как-то... Что... Давай на креативе тогда. Чёткий, да. Поразговаривай со мной. Ты все знаешь, все хорошо. А что? Что? Мы не видим, что он делает. Ну как? Ты должен догадываться. У тебя же чуйка должна быть. Ну, я... Я не знаю, как сейчас играют. Я думал, что Зерг. Это понятно, там еще два варианта. Какая на самом деле? Получается, что Теран. Получается так. Нет, ребят, вы что? Я сегодня был за рулем целый день. Я вот не знаю, что... Может, просто... Чё,
хорошо, что он будет делать? Где вообще газ, который он вложил? Нету газа. Это очково, в принципе. Плохо, плохо, зачем плохо. Зачем тебе зил-то вообще нужно? Его сэкономим и поставим Nexus пораньше. Мне нужно будет как-то отбиваться, когда у меня не будет... Кого, от Марика? Да. Нет Марика, от его выхода. Там один барак. Ты не помнишь? С одного пушит. Это же StarCraft, тут можно делать... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вот так можно делать, да? Так, ладно. Ну, но это нечестно. Так, большую делать, да? Нет, он не хочет, чтобы я заходил и бесплатно убивал его. Продвигайся, потому что у него пока еще нет ультурки. Ультурки-то нету. Помнишь, как мы тренировали? Давай разводи игроков по-разному. И пробочки еще покашали. Это вот вверх. Это вот вниз. Хорош! Вижу, это ультра. Крабам сразу. Ой, хорош! Крабам сразу! Ой, вообще давай! Нексус сделай! Где мы там попыт? Ах ты скотина, абузер! Это чё? Фу, 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 так не играют! Бесит такие, а? Контролит он. Блин, как тяжело. Рыжку нам делается? Да, но он не успеет к нужному моменту. Может, робот тогда? А нету газа. Братан, нету газа. Я понял. Рудимба, спасибо. Денег? Я просто поздравил с днём рождения. Пусть пришлёт денег. Ой-ой-ой, ребятушки. Во, роба, 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 роба. It's time for роба. Рано. Ладно, это что вообще? Пора уже. 6 бери. Куда 7? Еще бы пилонцы опять не достроиться. Ну ладно. А, Next. Ну, не хочешь подойти там посмотреть что-то, как Проксиджи, нет? О, вот он подошел. Слушай, это тайминговый выход, ты знаешь, что сейчас он будет приходить тебе и пытаться сделать? Все ужасно, Михалыч, а ты еще давишь. Не, я пытаюсь... Мотивировать меня? Да, пусти, пусти, пусти. Кору сделай. Ну, вот, может, сейчас. Может, еще батареечку, а? Я сейчас сделаю. Ой, молодежь даже не знает, что такое батарейка. Зачем она нужна? Обслуживает. Не будет. Не будет? Нет. Когда отобьешься? Нет, он продает. Ну, говно. Вот видишь? Блин, гуны такие тупые вообще. Просто тупые. Еще и расконтролил, чувак. Это читер. Он вот с этим мариком своим. Вот это было понятно. Так, не, ладно. Это, короче, я неправильно поставил барак, зилот, это все было понятно. Так. ГГ, но... Но ре. ГГ, ре, гоу. Мейк. Ок.
Go. Азали, напиши ему. Парадной Android. Go. Дешево. Тут как бы тема в том, да, что он мог. И была вероятность, что он или не просто. Так, а как нам его найти? Андромеда. А не, это не он. Ну, D+, понимаешь, так не было. Нет, тот крутой чувак, давай с тем. Ты не помнишь Инка чего-то? Инка Перу. Перу Мейк. О, есть. Слушай, а может это реально андроид? Не, какой андроид? Что мы? Ну, поконтролил чувак. Ну так, поконтролил, причем еще. Не, хорошо. Почему? Ну да, два зил-то на пять мариков не расконтролил. Нет, там... Ты дальше видел, он же все танки выехал с двух факты и старая, это же через стратегия. JJJ, там не через атаку, там вспотеешь через атаку. Они же там все еще не разговаривают с тобой. Ну все. О, ты еще на денежку решил, на очки. Ну давай. Тебе терять нечего. О-о-о. Что с экраном? Да это особенность такая StarCraft. Тут отдельная игра, отдельно лаунчер. Ну, что-то в этом роде. То есть сам фулскрин, а момент выбора игры, он как бы не захватывает, потому что это типа другое окно. Короче, просто долго объяснять. Вам и так дают такой графон Full HD StarCraft. Где такое видели? 640 на 480. А мы тут выжимаем из этой игры. Реально все соки. Короче, Мишкер. Да. О, это не лошара. Он умеет играть. Что мы будем делать? Включи выпрямитель сверху брюса. А нет таких фильтров, еще не разработано. Игорь Андреевич пытается связь. А минус? Блять. Ну вот понятно. Last season, блин, иди ты. Подожди, я тогда соберусь. Я был когда-то минус. Я же говорю, я чувствую. Ну, поставь, пожалуйста. Застрянь! Начало отлично. I watch your game in WCG, а я вижу, что мне нужно отменить барак, чтобы вышла пробка. Блин, так-то красиво выглядит, да? Да. Он в газ прыгнет или не прыгнет? Прыгнет, но он улыбается и машет. А если не прыгнет? Не прыгнет. После этого там каким-нибудь рейсом говорят, что, блин, StarCraft сложно играть. Второй строкавцев играет. У них вообще нет права голоса. Так, ладно. Давай тогда какую-то. Ну, он говорит там, что видел мою игру раньше. О, чувак, вот это ты приехал. У меня есть к тебе вопросы. Блин, я ж вот так играл, понимаешь? Я тоже так играл, но не выпендривайся, давай. Сколько мишки рулет? 18. Стоп. Сегодня обмываем. Ты не девочка, давай 21. 21, короче. Ну, зачем тебе газ, Игорь? Газ? Глохов. Где будем бараки строить? Блин, я помню, что это важно, где пилон поставить.
ты на пробок не знаешь? На П подсказываю. П пробка. П пробка? Ой-ой-ой. Так. Давай, точки сбора. Ты мне скажи по тактике, как убить человека, которого не можешь расконтролить. Блин! Я тебе отвечаю. Что-то не то. Ай, ладно. IC это вежливо понятно, да. Я в курсе, как переводится IC. Это базовый школьный уровень. Речь о том, что Брюс сказал, что типа я не так хорошо играю, как раньше. А тот сказал, да я вообще-то как бы... Вижу. Скорее в этом смысле, а не I understand или IC. Ну, по крайней мере, мы хотим получить дополнительную мотивацию. Да не тупи ты, пожалуйста, гун! Чтобы как бы найти скрытые резервы и покарать его за дерзость, даже пусть ее и не было, этой дерзости. Что вы такие скучные? I see, понятно. I got it. Got it! Хуй got it. Тихо, 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 Игорь Андреевич, ну что? Посмотрим, дети. Не подставляй ты гуна. А я поменяю. Да он починит, ты забей на это, не разменивайся, ты рад. Пацаны, пожалуйста, не жалуйтесь на стрим, потому что как бы нам галку поставят, вам-то просто тыкнуть пару кнопок, а нам с этим жить как-то после. Вот, не будьте, не сдавайте. Вот я все равно все никнеймы, кто пожалуется, забаню. Так вот, по-человечески прошу, пока не дошло до греха. Не доводите, пожалуйста. Да. Не грешите. Слушай, короче, у меня ощущение, что он... Давай, пиши. Не, он делает нычку, но делает ее грамотно. Видишь, опять тут какие-то... Если хочешь, похаляю. Нет, у меня плохо. Я хотел поджать его этим самым, а... Слушай, на ICCAP вообще можно читерить? Не знаешь? Ух ты! Да ну нахер! Может, у него одна страта? У тебя одна... Так, ты подожди. Поехали обратно. Ну, там танков больше, чем гунов. А минус? Первый луз сейчас будет. Давай, гоу. Гоу. Go re, make. Name. Same. Ok, go. Но... Слушай, я могу тебе сказать, как он сыграет 5 раз. Как? 5 танков, 5 мариков у тебя на 6 минуте на базе. 5 танков, 5 мариков. У него... Что это, блин? Короче. А пароль был другой. 1, 2, 3. Нет, или 1. 1, 2, 3 был. Он даже не может повторно создать игру. Real Брюс? Нет, блин. Отлично. Так, ладно. Ты знаешь, как отбиваться от этого выхода? Без контроля. Без контроля там не получится. Ну а Дарк не успеет? Нет. А, кстати, Дарки... Дарки, в принципе, тема. Слушай, ну там, видишь, надо было догадаться. Сиед же не было. Блин, а еще и догадался, и что, уже поздно. У тебя Nexus, он приходит, но был... Но было бы на 2 гуна больше. Было бы 5 гунов. А? Странно считаешь, 2 Nexus. Почему? Один Nexus. Один я ставлю еще вслепую. Я ж не вижу. Хорошо. Ну, 3 гуна тогда получается. Хорошо, 3. Нет, так у меня 2 барака. По 2 появляется. Понял. Давай думай тогда. Ты же в игре разбираться должен, помнить что-то должен. Не, просто нечестно сразу, а минус подсовывать. Не, ладно, я
Не, ну чувак хорошо, молодец, играет. Слушай, а можешь мне сюда чуть-чуть чая? Чуть-чуть. Черный, зеленый. Если есть, чабрецом. Короче, ребята, это был лол. Просто лол. Такого просто не может быть. Я знаю, как это контрить. Так, я помню, что надо шуметь по клаве. Тогда это добавляет тебе мотивации. Как курочка. Очень вкусно. Все, погнали. Если он придет сейчас с вультуркой, там, мариками и убьет мне нычку, то я скажу ему то, что не должен. Значит, не буду. Не, это уже наглешь. Не надо эту пробку строить. Надо сыграть надежно, правильно? Лучше не выиграть, но подольше поиграть. Это, конечно, пробка вела к победе. Ой! Ой, и что мы делаем? Many, many years ago, I couldn't be yours. Ты сейчас не можешь. Блин, так обидно, конечно. Чувак. Да, и был когда-то. Теперь проигрываю чилийским. Ты все можешь. А ты видел, что он строит? Да, это будет танк. 8 мариков, 10 может быть. Может 10. Идем. Нет, я просказал без этого, мужик! Вот козлина, а? Вот так и знал, что будет. Давай! На тебе. Муна, давай, аккуратненько. Блин, там забелил. Ну давай уже. Дострой ты свой бункер. Бестолочь. На рампе, халди. Сори. Ну, а чё не стреляете? Это все не то. Это все. Слушай, очень, конечно. О, да. И здесь уже нычка, да? Нет, выход будет опять. Оп. А это труп. Извини, я слишком хорош. Да, рабочий, подчеркнул. Ну, короче, будет алгебра, будет получается. Мне нужно просто подготовиться к нему. Да, две факты походу. И да, на отступлении выигрываешь время, подкачиваешь и вперед. Вспоминаешь, как стопать гунов. Блин,
Стопать гунов это... Ну, он заказывающий. Там две, он будет... Подожди, мне нужно найти две вультуры, иначе они меня там крипанут. Понимаешь? Да. Вот он. Ну-ка так, честно, нет? Блин, ну ты это вообще лол. Михалыч, так больно. Давай еще дропчик мне, блин. Зафигачи. Строй, блин, что я тебе говорю. О, Семён, иди сюда. Только, только не съешь. О, двигается, двигается, двигается! Добей! Да! Неудачник. Ну, не повезло. Бывает, чё. Жаль. Да и только. Не, не жаль. Честно. Не понял. Что за халява? Что это такое? Да не, это не может быть. Ну нет. Невероятно. Но факт. Что? Это лучше? Нет, это где-то скрытая база. И это, наверное, вот там. Сейчас он выйдет ко мне сразу. Опс. Он мне рабов очень много убил, да, представляешь? Да. А, вот он. Ну, бас. Ну, ты контролить будешь, нет? Можно здесь контролить. А-а-а. Пук! Ты так справишься за один. Давай, может, третий Нексус? А он, по-моему, сейчас all-in должен пойти, нет? Как думаешь? Ну да, у него... Ну, видишь, если рабочий доставил, кажется, что нет. Пошли сюда. Вон он идет. Так, так... Я не знаю. Гуны штампуются? Да, но надо добавить, конечно, бараков. Перехватить, мне кажется, будет считать. На, блин. Клоун. Блин. Так не играет StarCraft. Пилоны еще. Газ добавить. Роботик. Не, второй газ не нужен, посмотри. Ну, короче, просто фигню делаешь. Да? Главное, чтобы он успел. Раскидал, оставил, проверил. Разведка на экспанды. Культур. Перевел рабов. Что-то рабов раз-два я общался. Что делать? Как-то пассивно играет сейчас. Так, ну, он теперь две базы, наверное, строит.
И у него куча танков вообще, по идее. Он может по... Я думал, он пойдет, убьет меня, нет? Ну, то есть ты сейчас ножки делаешь и сам атаку, да, или как? Я, скорее всего, буду отбивать его атаку. Надо посмотреть, будет ли он ставить вверх. Парень, ты идешь вот так, так, так. Вот если он... Ой, а что там было? Ну, скорее всего, этот ЦЦ или рабочий какой-нибудь. Чинить, пошел. А, нет, там больше, там больше, там бультов, скорее всего. Он тебе, наверное, травы делает. Ну, хоть где-то зашло. Так, ладно. Тогда сделаем. Смотри, что там делать? Да. Или нет? Нет. Спасибо. Ребята, такая напряженная игра. Я просто... А минус, а минус, а минус. А минус. Против Брюса. Давай тогда окончим как-то газ или шторм. Я не знаю, что-нибудь, что газ. Технология? Ой, все, подошел. А у меня га... А у меня и нету. Бежали! Ай, там все будет. Бегите! Давай, 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 давай. Нет! Да заказ, еще, 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 еще. Пошел, 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 вперед, пошел. Не-не-не. Нет, нет, нет. У меня ж нет пса. Нет пса! Хотя, надо почистить чуть-чуть. Ну вот халява стоит. Может, робот все-таки, да? Слушай, ты прав. Мишки, знаешь? Ты мог бы играть? Ой, начинается. Да, еще одну базу. Хорош. Так, на третьей базы-то нет. Все равно не убьем. Хотя... Ой, хорош! Бог! Все помнит. Робот сейчас доделает, Сапса, скажи. Рабочий, верни на мейн. Сейчас. Блин. Ну слушай, все равно непонятно, чё. Да. Я думаю, что можно поближе подойти. Вот, вот, вот это будет нам помочь. Вот! Лапу! А минус? Реали? Ладно, ладно. Рано, рано. Нет, погоду по своему ты постреляешь.
Опять? Смотри, какая мразь. Ну там сочно, у него просто мейн закончился, понимаешь? И он сейчас как раз этих рабочих на северную базу. Кстати, ты же ее так не убил, ЦЦ. Да, вот я и говорил, что северная база нечестная штука. Нет. Кстати, еще гуна, остальные как бы. Блин, как много рабов. Давай, давай! Ну, сорики. Что можно сказать? Еще, ЦЦ. Скорее всего, справа у меня ЦЦ еще. Рабочий, во-первых, не пришел, я немножко забор делал. Часть он уходил туда. Направо, чекни две базы. Я пошел же. Окей. Окс вылез там. Гунов в топую, у тебя ресурсы скапливаются. Подожди, что это тут за точка? Ну, гунов закажи, два косаря, ну ё-моё, ну. А вот и газ, о котором говорила мне мама. Нельзя заходить. Нельзя заходить, ладно. Забей, у него вообще сейчас такая жопа. Нет. Просто человек нычки, у него только одна рабочая. Почему две? Откуда две? Скажи мне две. Мейн закончился, Вася. Не, еще нет. У нас Бочис. Одинаково. Да как одинаково? Ты рабочий катал в пульте. Блин, вот он честно светит, нет? Такой типа случайно, да? Ладно, будем здесь. А, вот еще где он может базу поставить. А, я вспомнил еще, надо. Да, арбитры. Но на это нужен. Сейчас в один шаг. Да. Не понял. Чувак, ты посмотрел, что. Давай, давай, вот так. Очень странно, нет? Зачем он убивает? Давай забирай эту группу. А может в лоб вообще зайти сейчас и пойти его в лоб убить? Я, к сожалению, не уверен. Ты уверен? Да, но это Терн, ты помнишь, да? Да. Левая наверх везде. Ой, я вспомнил, что надо вот здесь поставить, раз уж такие дела. Давай сам поднимайся ко мне. Да там вообще фигня. Так это я поэтому и говорю, что позади. Почему ты хотел? А что у нас третий? Третий не должен. Нету третий? Оп. Я не пойму вообще, на что надеется. С двух бас убить. Вот что он надеется. Просто потратить пика, который в руках. Да, ну вот. Вот это сейчас придет. Куда ему деваться? Че, базу мне убил. Надо быть таким бессовестным. Сколько можно тебе? Жадность. Такие пробки. Ладно. Так, слева группа гунов наверху была. Да? Серьезно? Ну, по очкам ты выиграл. Да, дело не в очках. Чувак, не будь тряпкой. А вот так вот рейтинг, да? А минус получается?
Не, ну так он не проигрывает очки. Не, а вдруг мы вылетели? А не, в чатике. Трансляция идет без дропов. А мы подождем его. Так, давай батонов. Батонов. Не, ну, нет, чувак. Нет, нет. Я знаю, если я нажму, у меня снимутся очки. Ну, сейчас вставляем так. Микрофон офстрим вставляем. Да, Иннокентий. Иннокентий. Я же принципиальный. Ладно, ребят, что делать-то? Давайте, может, параллельно ФФА запустим, а его на очки будем цедить. Брюс, я твои воды 10 плюс лет назад смотрел. Чё-то ты подозрительно молодой на вебке. У него уже седина. Это я еще не побрился. Чё, я думаю, что можно, давайте адекватно сейчас вот раз и посмотрим, если у парня ничего нету и лимит у него меньше, чем у меня. У тебя снимут все равно очки. Снимут, но у меня-то сколько? Не, но у него сейчас есть шанс, вот у меня нету арбитра, если у него там столько же лимита, сколько у меня, он выиграет, скорее всего. Откуда? У него столько лимита с долбас. Ну, он же меня разводил. Ну давай. Ой, ты иди ты. Не, чувак, ты бомж. Не, это. Ливай. Да. Очки. Ну смотри, очки. Дро, видишь? То есть ничью. Далее. Не, ну мне кажется. Он слабенький. Не, ну не слабенький, просто. Я нашел халяву, сам отбился. Давай, давай. Видишь? То есть что-то еще можно. Давай ФФАшечку я тогда заряжу. Давай, но я тебе. Я только одну партию. Да, но я буду. Но я тебе буду говорить, что делать. А ты не хочешь один на один его? Его один на один? Ну не его, а там тоже взять я. А Warcraft? Warcraft слишком просто один на один. Да, там... Я на Буниворе проверял. Он как бы серьезный игрок. Он из LoL ливнул, тренировался. Так что... А FFA просто народу больше. И там вообще жесть. Там просто мясо. Так, а где Warcraft вообще? Так, создайте, пожалуйста, уважаемые. Сейчас будет другая стратегия. Она тоже неплохая, поверьте. Ретро-день. Да-да-да. Привет, 2005-й. У-ху! Как будто в эмочке сидим, так чик-чик-чик. Воду записываем. Че, может, еще пойдем 500 рублей разыграем? Черный, красный. Мы же меньшие суммы ставили. Ты что, мы там 150 там какие-нибудь. Причем на весь вечер. Да, у нас была тема после эмки иногда. Ну, в определенный промежуток. Мы шли пешком от Московского проспекта до Лиговки. И до площади Восстания. Александра, да. Площадь Восстания. Ну, там еще дальше, да, Александра Невского, еще аж пешка росла. Нет, не хотели, почему? Потому что посерединке жил. А, ну да. Вот. И учитывая то, что у нас как бы средств, в общем-то, не так много, а чаю попить хочется бесплатного, да, мы заходили в круглосуточное заведение и вырабатывали стратегии беспроигрышные на рулетке. Вы будете смеяться, но таких нет. Не, ну мы верили, что есть. Мы верили, что есть, и чаще всего выходили и попив чай, и в плюсе. Да, то есть можно было зайти куда-то просто попить чай и заплатить 100 рублей. Да, можно было заплатить 150 и попить этот чай, и еще уйти с деньгами. Там типа 250-300. Да, ну это серьезные деньги, что? Несколько взносов. Ну, самое главное, да. Степуха 300 рублей. О, времена, он нравится.
Кажись, варкрафтеров на стриме нет, нифига никто не создает. Данпил! Данпил. Кто-нибудь есть? Вот поэтому у вас не было денег на чай. Деньги были, мы просто не хотели их тратить. Кузя, спасибо большое за поздравление. Там до Романа удалось дозвониться? Все ли хорошо? Чай с рыбой? Да какой рыбой вы что? Сейчас покажу. Вот чай с... Кто такой Толкхарт? Бон... Банель. Это а давай без рекламы. Нам не... Мне... Вот это не оплачено. Тебе не оплачено. Капли. Император. Если ты хэппи, закапай себе в нос. Если нет... В смысле, это что? Капли. Против аллергии. А почему Bed Love? Ну, потому что... Это, наверное, из аптеки сестры. Не надо подробностей. А я поэтому не говорю, что за аптека. Сколько лет Мише? 18. 19 стукнуло. Чем вы там не пометились? Степуха 300, блин, точно, я уже забыл. Но 350, а если повышенный, то 700 была в кульке у нас. Как бы этого хватало купить на месяц льготный проездной в метро. Прямо льготный? Ну да. Ну а дальше как жить? Ну, как жить? Турнирчики, журнал. Вот, записал, макароны купил. Ну, не только макароны, что вот, это мажорство было тогда. Нет, там были брокколи, помнишь? Брокколи, да. Полкило. Ну, там воды, конечно, было много. Короче, это долго, давай я соло реально катну. Катни. Только за эльфов можно? Да подожди, я знаю за хуманов. Ну, давай. Давай вот как этот через, ну, великий блогер, а, этот... через прикапывателя козла, ну, у которого там есть да, ульта, да, да. У которого есть ульта. Это капец, конечно. Ладно, не будем. Нет, я не буду. Не очень хорошо. Поехали. Да, мы услышали одну стратегию интересную от человека, который играет в Warface, но как бы он в прошлом профессиональный игрок, на турниры ходил. Вот, он подсказал. Подсказал стратегию, которую мы использовать не будем, потому что это чушь просто, а не стратегия. О, а хочешь, расскажу тебе, пока ты там начинаешь, если ничего не ясно, занятную историю. Так, пошла прохладом. Из этого же, значит, пошел я как-то на какой-то тренинг, где типа чувак рассказывает свежие бизнес-идеи. Наш постоянный фанат. Да? Да, это мясной конь или еще кто-то. Он всегда с нами, да, он периодически возникает. Иногда уходит на месяц, иногда приходит. Кто-то его воскрешает, я так понимаю. Короче, мы пошли с Машей, я пошел за компанию, ну ладно. Типа, и чувак говорит, ну типа, там собралось, не знаю, 5000 человек, которые заплатили деньги, чтобы прийти послушать там тренинг. И чувак начинает с того, что раньше я был профессиональным игроком в Counter-Strike. Тут уже можно вставать и уходить. Да, я говорю, что? Он такой, ну и он со сцены там рассказывает такой. Ну, в общем-то, в тот момент, когда мой доход на... Я играл на деньги, выигрывал турниры. Собственно, мой доход уже в те времена был $1500 в день. Ого, я такой, тренинг стал каким-то интересным. Я такой, да-да, давай. Ну, а потом я начал заниматься уже и начал открывать свои первые бизнесы. Ну, типа, интернет-магазин, там, шинами он начал торговать, еще что-то. Ну и давай. Короче, а никнейм у него какой? А? Никнейм у него какой? А это он не смог сказать. Ну, это уже был вопрос под ковыркой. Я спросил сначала более вежливо, в какой команде он играл. Он говорит, у меня была своя команда. Я говорю, а как она называется? М19? Он говорит, нет, у меня была своя имя, которое тебе не нужно знать. Я говорю, с чем это связано? Он говорит, с тем, что... Я немножко приврал. Нет, а представляешь, там сидят люди по 40 лет, да, там, им-то по 30. Да, они же не знают. Они, да, они не понимают, они понимают, что какое-то модное слово было там и так далее. Чувак уже много зарабатывал, сейчас у него куча действующих бизнесов. А он такой весь, там, знаешь, на причиндалах, с телочками. Ну, короче,
слишком. Ну, когда он попросил, что нужно еще доплатить, чтобы дальше узнать, что будет дальше, я говорю, слушай. Все-таки выходной день, Мария. Может, все-таки в кино сходим, не знаю, или я. Просто поубиваю время. Как угодно будет лучше. Вот. Надо чинить. Надо, ты прав. Надо чинить. Ну, собственно, представляешь, есть такие сильные, сильные перцы. Сильные игроки, о которых мы ничего не знаем. И это вот пугает. Это пугает, да. Это тайные чемпионы. Так, ребята, мало донатите, мало донатите. Да не надо донатить. Не донатьте ему. Не донатьте ему, донатьте мне. Так, у нас нежить. Карта на двоих. Изи, это же очень хорошо. Карта получается, где ты можешь, где он не поставит базу, правильно? Ну, правда, и ты не поставишь пока. Ну что, в хантресок? Какие хантрески, что ты несешь? Там же пауки. Напомни, кто контрит пауков? Да, никто. Неудачник. Главное. Слушай, я что-то контролить начал, ты заметил? А это ты посмотрела, как я начал контролить. И решила, что тоже надо контролить, да? Да не мешает это абсолютно. Да, вначале было тяжело. В ультиме он даже меня там не сильно убил, да? Мужества у него не хватило принять поражение. Да, слабый оказался на проверку. Такой ты госу, я тебя раньше не мог выиграть. Да ты и сейчас, в общем-то, как бы. Да, недалеко уехал. Чувак, прошло 10 лет. Ничего не поменялось. Ой, надо же еще отпить. Давай какую-нибудь дикую стратегию. Наидичайшую. Но ты скажи, что в чем дикость ее. Пока не решил. Купил какое-то кольцо. Где ты вообще? Понял? Ой, аспирант здесь. Привет! Аспирант всегда с нами. Поздравляю, папаша. Родила же, нет? Да, все в порядке. Что-то какой-то он дерзкий. Но... Что это такое? Успокойся! Койл он кидает. Давай соло демон. В общем, я хочу в Т3 сыграть сразу. Ой, соло демон. Плохая идея, короче. Что это? Застройка? Это непонятно что. Это он не прав просто. Просто не прав. О, дерево бьет, это хорошо. Да он какой-то кривой вообще, это не уровень. Да, соло демон пусть будет. Давай, Т3 сразу тыкаем. Слишком скелетов он будет вызывать, интересно. В этой игре, нет? Ты только сейчас не пиши ему параллельно. И, типа, чувак, на, вызови скелет. Вдруг вызови. Да мне как бы они нужны, наоборот. А, так напиши. Спасибо. А, во. Он сам догадался просто. Укажите мне путь. Ой! Не, ну он старался. А, смотри, ТП. Подожди, у него есть шанс. Вообще ничего не сделать. Не бить нельзя. Не убить его никак. Инвул? Да. Ладно, соло демон, так соло демон. Можно Маунтин Джайантами его убить. Это очень сильный юнит. Правда, он стоит дорого. Ну, в общем-то, да. Слушай, у тебя сегодня праздник. Ты можешь себе это позволить. Я могу себе позволить поиграть в Warcraft. Ты можешь заказать себе, реально. Что заказать? Порекомендуешь? Любого героя. Ой, что-то у него опять много его стало. Да. Ну это так, он, конечно, слабо понимает, что делает. Ты спроси у него, а минус? Ха-ха.
Окей. Тир 3, чё? Чё будешь делать? Медведи. Медведи. Медведи? Ой, смотри, он идёт. Наглый. Пим-пим. Не знаю, что-то не клеится у него. На-на! 15 минут, секунд беспредела он сейчас будет. Мы должны действовать. Эй. А что ты делаешь? Что там? Давай! Оп! 23. 23 это норм. А, это револьвер. Это Рева? И он лучше играет. Рева выращена. Да нет. Не хватает. У Ревы одна проблема. Да. Все ок. Пам-пам-парам-пам. Не, ну ему не прикольно, только второй левел получил. А у тебя пятый? У меня третий, но я как бы не на крипинг рассчитываю. А на мишек? На мишек. Да все будет нормально, не переживай. Я напряжен. Зря. Это не тот чувак, который у тебя был в Старкрафте. Это точно не А-минус. Исследование Ливерпуля. Когда начинать? Поехали. Представляешь, Рева кого-то заставил иметь сейчас Старкрафт под его ником. Сам тыкает. И чего, и чего? А там кто-то, ну, экрана StarCraft 2 выводится. О, нет, он меня сейчас убьет! А, у него Frost Armor. Блин, он топич. Так. Блин. Я не был готов к этому. Уа, койл! Капец. Ментай, сходи и купи. Запили стрим. Мишку надо спасти. Мишку надо убить, он не уйдет. А ты сам его проглотить не можешь? Нет. А, да, я перепутал, другой жирный чувак из-за орков. Ест. Да. Ну все, это отступление. Это фейл. И это... Не-не-не, это нормально. Ты пособерись немножко. Укажите мне путь. Ничего, есть уже все. Слишком просто. Сейчас съели? Ай, арча. Тяжело. Тяжело проиграть в такой ситуации. Он контролит, старается, видишь. Надо позволить убить Demon Hunter хотя бы. Нет, опять ТП. Пойду арбу куплю. Сейчас добивать уже будем, все, не переживай. А то я затянул уже. Итак. Я просто думаю, ну, нужна тебе нычка или нет? Нет. Я и так деньги не успеваю тратить. Зачем мне нычка? Ну это такая игра. Тут можно и с одной играть. Да. Прикольно, да? Удобно. Контроль не хочу. А, у нас же Хэппи так и играл с одной. Ну, он андед, у него выбора мало было. О, а что это за девчонка с мамой? Почему этот девчачий смайл ставит мужик? Вот это должно беспокоить. Может, он не мужик? Я вот ТП, например, продаю. Продаешь? Крутой. Очень, я пытаюсь. Давай книгу знаний и погнали. Через атаку. Что есть? Нет. Deadman Style? Почему Deadman Style? Все, кому не лень, медведи строил. Что? Кто первый начал? Компьютер сильный, наверное, не знаю.
Так а что он мог? Построил тележки и ушел? Он крепится, у него другая задача. Но он не знает, что если базу потерять, то как бы игра может закончиться. О, надо грейд сделать. Сейчас можно, кстати, его обучить. А, и вот он решил в размен пойти, короче. Молодец. Он не знает, что как бы... А у тебя ТП нет? ТП нету, согласен. Только ты победишь потом? Я должен победить. Победу мирных. ГГ. Все? Получается так. Yes! И револьвер был опять повержен. Револьвер, подыграй. Фашечка? Да нет, фашечка долго, давай еще разок сыграю с ним. Лакер, говорит Петр. Это был ты, Петр? Да это не Рева. У револьвера спроси. Спросите у револьвера сейчас в чатике. Рева старики сидит на да стриме. Не верьте, это не его аккаунт, он дал другому. Рева умеет вертушкой. Да и только. О! Ты куда пошел? Соло против эльфа. Эльф? Все серьезно. Ну, давай, все очень соло, серьезно. Эльф. Это или медведя, или хантрески. Или ты хочешь пораньше закончить? Я хочу по-своему сыграть. Что за мужик рядом с Брюсом? Кто такой Брюс? Это... Чек такой по возрасту. Сразу. По возрасту, по игре. Не, ну и... Надо же простить и отпустить. О, вот это прикольная карта. Чем? Тут, по-моему, мостики с одной стороны, с другой. И тут можно летать на дирижабле. Да? Это та карта? Нет, да. Что-то он тоже мутит, такой нестандартный. Или он просто халявщик. Блин, халявщик. Понасмотрелись, блин, демок. Да? Из навигатора игрового мира? Да нет. Так, а что я тут сделал? Контрески все-таки? Это ты специально сагрил? Конечно. Он не знает, как реагрить. Поэтому у него проблема. О, господи. Демку посмотрел, но не всю. Во-во. Третий герой. Не все посмотрел. Блин, да жалко чувака. Господи. Барак умрет. Давай, нет, ну умрет. Нет, виспы, ну. Ну, скотина. Ах ты, смотрите, какой красавчик. Надо помогать виспам. Нужно действовать. Виспам, помогать надо. Сэр, Фанни пришел. Мы готовы. Не, это там чувствую нормально сейчас. Мы готовы нанести удар. Доверься мне. Готово. Так я и думаю. Ну, бас! Демку посмотрела, как поконтролить, не посмотрел тоже. Нужно действовать. Ливай! Ну, бас. Извините, пожалуйста. 2.55. Ты идешь на декор. А, ну ладно, я не буду дальше. Ну, как бы, уже виден уровень, чувствуешь? Вот. Майки, остальные. Спасибо, друг. Че, пойдем? Ты умеешь льстить. Все, заканчиваем?
Не, ну хочешь. Ребята, у нас сегодня праздник, день рождения сайта, поэтому мы с вашего позволения пойдем пить чай. Спасибо вам за то, что смотрели. Спасибо, что болели. Если нет, пропустили, подожди, запись. Если сейчас кто-то задонатит. Нет, не надо донатить. Не, подожди, ну давай проверим. Нет, не будем проверять. Просто минута. Мы все равно не останемся. Это будет не очень хорошо. Почему? Ну, одну игру. Запись заливается уже практически сейчас на YouTube. Спасибо за все. Заходите завтра. Надо почитать, забыл.